Девушки! 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 Помогите, пожалуйста! Девушки! Лена? Ваша Лена зовут, да? Пожалуйста, помогите! Прошу вас! Пожалуйста, помогите! Гавтик, Гавтик, да ты куда? Я же не успею за тобой, я тебя не догоню. Стоять! Гавтик, Гавтик. Паршивец такой. Куда тебя понесло? Господи, о, Господи. Что ты тут нашел? Люди! Кто-нибудь! Ой, Господи! Иди ко мне, иди ко мне! Боже мой! Кто-нибудь! Люди! Да помогите же! Вызовите полицию! Тань, ну ты не обижайся, ну ты пойми, я на твоей стороне. Но у тебя нет доказательств, а у Олега связи. Он звонил сюда и грозился подключить их, причем в скором времени. Интересно, как ему помогут его связи, когда выяснится, что я сама лично... Да по протоколу надо работать, по протоколу. Ты же вломилась к нему без ордера, без санкций. Работницу увезла. Зачем? Я же ее не арестовала, а вызвала на допрос. Так. По очень важному расследованию. Так? По какому расследованию? Между прочим, вчера закрыли мигранта, который продавал краденые паспорта. Так вот, несколько паспортов у него купил человек по приметам, очень похожий на Олега. А конкретно вот этот паспорт Олег купил для Ким Дэн. Так что, Николай Иванович, я все-таки советую вам поискать китайского переводчика. Ну, это уже кое-что. Так, Давыдова ко мне срочно! Значит так, с этим мы разберемся. А ты сейчас давай переодевайся, иду в парк. Там утром труп нашли. Дело ведет Следственный комитет Наумов с Азаром. Ты им поможешь. Участок твой, ты всех знаешь. Давай. Хорошо, поняла. Документов нет, мобильника нет. Вообще отсутствуют следы всяческого физического насилия. Ну вот, теперь будет геморрой при опознании. Кость. Ну и вообще, никаких личных вещей при тебе у меня нет. Угу. В руке только кукла. Угу. Кукла в смысле игрушка? Ну да, да. Ручная работа. Такую в магазине не купишь. Мне кажется, что кукла похожа на жертву. А? Подожди, а что это? Танюш, пускай этим займется СКР. Ты лучше иди-ка, опроси свидетелей. Так. Но не успела принцесса взять веретено, как сейчас же уколола палец и упала без чувств. Это что, сказка? Белоснежка. Спящая красавица. Что-нибудь еще есть? Да нет. Послание от убийцы. Я думаю, что это послание. Страница, платье и кукла. Похоже на ритуальное убийство. Маньяк? Возможно. Тогда это его первая жертва. Володь, я тебя очень прошу, вы поройте в архивах.
посмотрите аналогичный случай, а я попробую установить личность убитой. Жертва молодая девушка лет 15-16. Я думаю, что, возможно, школьница. Вы посмотрите, пожалуйста, фотографию. Может быть, она у вас училась, может быть, вы ее знали. О, какой кошмар. Да, да. Это же Лена Комарова из 10 Б. Какой кошмар. Такая хорошая девочка была, господи. Вы мне помогите, пожалуйста, мне нужен ее адрес и телефон родителей. Мария. Маш, вы меня слышите? Может быть, воды? Воды? Я понимаю, как вам тяжело. Но я просто обязана задать вам ряд вопросов. Раньше надо было задавать. Когда моя Лена не вернулась с пробежки, никто из вас пальцем не пошевелил, чтобы ее найти. А сейчас вы приходите ко мне домой, говорите, что моя девочка умерла, и все, что можете мне предложить, это стакан воды. Маш, я очень сочувствую вам. Я обещаю вам, мы найдем убийцу. Сочувствуете? Да вы хоть понимаете, что это такое? Потерять единственного ребенка! Я понимаю, Маш. Пять лет назад у меня похитили дочь, Наденьку. Это случилось в вашем районе. Прямо на детской площадке. Мы играли в прятки, и я отвернулась буквально на минуту, а когда повернулась, Наденьки уже не было. Я переехала в этот район, перевелась из прокуратуры в участковый и пытаюсь найти какие-нибудь следы. До сих пор ищу. Официально Наденька числится погибшей. И даже если ее не вернуть, если я никогда ее не увижу, я все равно буду искать того, кто это сделал. И я найду его. Простите, я не знала. Вашего ребенка не вернуть. Послушайте, есть другие дети, другие родители. Мы должны найти преступника, понимаете? Должны найти его и наказать, чтобы он больше никогда никому ничего не сделал. Слышите? Никогда и никому. Спрашивайте. Я отвечу на ваши вопросы. Алло. Там, приезжай. У меня для тебя кое-что есть. Да, а что у тебя? Я нашел тебе то, что надо. Спасибо, пока. Буду. Привет. Привет. Ну, что у тебя? Похоже, убийства имели быть место 9 лет назад. Держи. Да? Спасибо. Раз в год, 4 года подряд в парках находили жертвы маленьких девочек. Те же платья, те же куклы, те же вырванные страницы из книги. Все он убил 4 девочек. Да, я помню дело гробовщика, по телевизору говорили. Гробовщиком его прозвали, потому что он надевал свои жертвы в траурные платья. Но 5 лет он не давал о себе знать. Что, он взял отпуск? Я думаю, что просто кто-то под него косит. Почему ты так думаешь? Возраст предыдущих жертв варьировался от 8 до 11, а Лене Комаровой был 16. Понятно. В
крови у Комаровой найдены следы нейролептика. Такие обычно применяются для лечения психических заболеваний. В обычных дозах это вызывает успокоительный эффект. То есть убийца псих? Возможно. Смерть наступила в результате передозировки препаратом. И, судя по всему, девушка выпила его добровольно. Почему вы так решили? Во всяком случае, преступник никаких насильственных действий не применял. На шее у жертвы найдены следы крови, но это не ее кровь. А если это кровь убийцы? Возможно, девушка отбивалась, ранила его. Если бы она отбивалась, на теле видны бы были следы борьбы. Ну, там повреждения костяшек, ссадины, царапины. Ясно. А, да, еще. Возможно, это вам пригодится. В волосах мы нашли частицы штукатурки. Штукатурки? Да, совсем немного. Ну, она могла испачкаться где угодно. Держи, я для тебя откопировал. Спасибо. Тань, а? Если ты меня хочешь отблагодарить, то сходи со мной в грузинский любимый ресторан. Я тебя давно зазываю. Прости, я сегодня не могу. А я не про сегодня. А когда? Можно в пятницу. В пятницу я точно не смогу. Хорошо, давай в субботу. Володь, ну ты же знаешь, я не ходок по ресторанам. Тем более сейчас. Ну ладно, давай поужинаем у меня дома. Я прекрасно готовлю курицу и вообще, судя по отзывам, хорошо готовлю. Ты, оказывается, что, скрытый кулинар? Ну, приходится быть. Одинокий мужчина либо учится готовить, либо питается пельменями. Ты знаешь, я можно подумаю, и если ничего не случится, то я... Да, конечно, что не случится, но ты все равно приходи. Спасибо. Поехали. Привет, что ты хотел? Давай быстрее, мне мало времени. О, наконец-то. Да у тебя всегда мало времени, тебе всегда некогда. Гражданский суд 5 лет назад признал официально нашу с тобой дочь погибшей. Привет. Здоров. Вот. Какая там статья 45-я, по-моему, да? Уголовного кодекса или к счету российского. Да вообще, сегодня день, когда... Я помню, какой сегодня день. Да, это приятно, приятно. Ты знаешь, а то я думал, что со своей работой, со своими ребятами вообще уже заработал. С расследованиями там. Послушай, ты пьяный, давай ты протрезвеешь, мы потом поговорим, ну, хорошо? Ну, а перестань, Тань, не смеши ты меня. Потом поговорим это все. Ты мне на смс-ку даже ответить не можешь, нормально говоря, уже поговорим. Я не хочу слушать твои пьяные бредни, правда. Таня, ты... Послушаешь меня. В общем, так. Я решил устроить Надюше похороны. Что? Да, да, все, прости, я больше не могу. Ну, 5 лет, 5. Это невыносимо. Похороним ее. Пусть пустой гроб без тела. Опустим, простимся достойно. Но это надо сделать, надо. Я тебя прошу, пожалуйста, давай... Давай заново все попробуем, пожалуйста. Да пошел ты! Тань, ну что за детский сад? Ну, я же знаю, что ты здесь. Вообще-то это женский туалет. Я знаю. Что у вас там произошло с Андреем? Моя личная жизнь к тебе не имеет никакого отношения. Ну, я тоже тебе не чужой человек. Волнуюсь, переживаю за тебя. Если это очередная попытка пригласить меня на свидание, то очень не вовремя.
Ну, попытка, как говорится, не пытка. Ты домой-то поедешь? Да. Только позже. Ну, иди. Конечно. Петров, у тебя прям штаб ФСБ. Ага. А не пора ли домой? Ну, так вы идите. Я про тебя говорю. Не, я к вам домой не поеду. Очень смешно, Петров. Я, конечно, ценю твое рвение, но всему есть предел. Лучше послушайте, что я нашла. У следователя, который вел дело гробовщика, 5 лет назад была своя версия. Угу. Жертвы были от 8 до 11 лет, правильно? Ну. И в год он убивал по одной, правильно? Ну. Каждая новая жертва была на год старше. И страницы тоже были все по порядку. 1, 2, 3, 4. Всех девочек находили 14 числа, как и сегодня. Но гробовщика тогда не поймали, он исчез. Почему ты решила, что после 5-летнего перерыва он принялся за старое, а? Не знаю. Интуиция? Тогда следователи не могли понять, как он находит жертв. Была версия, что он находит их в парке, там же, где потом обнаружили труп. А Наумов считает, что это имитатор. Тоже возможно. Хотя, может быть, это вообще шизофреник, который хочет славы. В общем, гробовщик должен был убить после 5-летнего молчания жертву 12 лет и оставить страницу номер 5. А у нас Лене 16 и страница номер 9. А если это настоящий гробовщик, получается, что он 4 года пропустил? Или он все-таки убивал, а тела прятал? Возможно. Мне все-таки кажется, для него очень был важен момент ритуала. Молодец, молодец, Петрова, хвалю. Так, а теперь домой. Таня, не ожидал. Послушай, ты прости меня за утро. Просто нервы сдали. Прости. Проехали. Ты Надины вещи сохранил? Да, в ее комнате все без изменений. Тань, что случилось? Ты можешь мне объяснить, что ты ищешь? Может, я тебе помогу? Да что происходит-то, Тань? Спящая красавица была любимая сказка Надюши. Я ей 20 раз ее читал. Что случилось, Тань? А, когда похороны? А? После, через 2 дня. Подожди, ты... Таня! Что случилось? Ты был прав. Наденька... мертва.
Аня, Татьяна! Привет, Тань. А чё домой не идем? А чё дома делать? Погода хорошая, воздух свежий. Что делать, что делать. Да спать ложиться. Я, наверное, домой пойду. Устала очень. Иди, Зин. Моисеевна, пока. Ты тоже иди, я тут еще посижу. Ну, идите, давай. Девчонки, счастливо. Ну, давай, до завтра. Счастливо. Совсем молодняк стали набирать, да? Про Зинку-то? Ага. Оно тут временно, так, перекантоваться. Ты ела сегодня что-нибудь? Ты знаешь, вроде что-то ела. А давай я тебе сготовлю чего-нибудь существенного, а? Не, Ильинична, ты иди домой спать, ничего не надо, спасибо. Не, вставай, вставай. Вставай, говорю. Пошли. Пошли, пошли. Нечего скромничать-то. Я тебе сейчас таких котлет сделаю. Ну, закачаешься. Пойдем. Пойдем сейчас с тобой. Пойдем. Ух, и запустила ты квартиру. Про котлет ничего не говоришь. А? Вот и молодец. Свеча за здравие всегда благое дело. И не важно, где сейчас Наденька, а Бог о ней всегда позаботится. Это не за здравие. Это за упокой. Что? Нашли? Нет. Просто всплыла новая информация. Да мало ли что там всплыло. Пока наверняка не узнаешь, нужно надеяться. Здравствуйте, тетя Таня. Можно у вас переночевать? Что, опять? Я же им говорила. Да ладно. Проходи. Покой черти не дают. Никакой управы на них нет. Не замерзла? Нет. Да пошел, да урод, блин! Ты ведьма! Все, уже кончили все бутылки! Ведьма, ну все, хватит, хватит! Сколько это может продолжаться, а? Че? Участковая пришла. Чем обязана? Сколько это может продолжаться? А в чем, собственно, проблема? Мы что, с вами не говорили? Ну, может, хватит водку жрать, а? О детях подумайте. А кто пил-то? А мы... Я не пью. Ты пила? Нет. Видишь, она ух. Так, ну мне что, подкрепление вызывать? В изоляторе давно не сидели. Ух ты, да что ты нам сделаешь? Конечно, подожди. Мы у себя дома. Что? Мы у себя дома. И делаем, что хотим, понимаешь? Понимаю. И ты нам не указ. Я могу лишить вас родительских прав. Ух ты, порция какая! Не наливайся. Право належи! Давай, держи дистанцию, а то меня стошнит сейчас от твоего перегара! Защитница нашлась! Да ты своего ребенка не можешь защитить, не уберегла! А в нашу жизнь еще лезешь! Дурак! Держи, мать! Да все, хватит, надоел ты уже! Дети, пойдемте со мной! У меня переночуете! Ты надоел! Подсудное дело! Дурак! Это покушение в собственном доме! Собственно, да. Ой, заплатят, тело иди, так давай. Не оставлю, мать! Что? Иди за бутылкой! Куда? Иди. За какой бутылкой? Раны дезинфицировать будем, милая. Thank you.
Простите, что опоздала. Можешь не извиняться, Петрова. На сегодня ты свободна. Почему свободна? Почему? Потому что ты доигралась. Приходил Нестеров с рожей всех цветов радуги. Написал на тебя жалобу, что ты его избила, что ты проявила к нему полицейский произвол. Да что за бред? Ну, бред не бред, а теперь будет служебное расследование. Тебе вообще грозит увольнение? Что, вы верите этому алкоголику? Ты знаешь, я не верю. Но жалоба об избиении должностным лицом – это дело очень серьезное. Ну, ладно. Я что думал? Значит так, ты пока сиди тихо, не высовывайся. Мы тебя переведем в архив, а потом уже... Николай Иванович, знаете что, тогда давайте официально уже делайте перевод в архив, устраивайте расследование. А меня сейчас интересует, куда увезли Ким Дэн, а? Ну, ей занялась сейчас миграционная служба, ищет ее семью. Ага. Ну все, свободно. Иди уж с глаз моих. Есть. Пока нет у нас доказательств, что Елену Комарову убил гробовщик. По стилю похоже. Послушай, гробовщик фокусируется на детях, а Лена Комарова уже почти совершеннолетняя. Ну, давай. Была. В любом случае, надо искать зацепки в прошлых делах. Поговорить с родственниками погибших девочек. Оторвись ты от своего хоккея, хоккеист. Послушай, у меня, кстати, есть предложение. Давай разделим, чтобы меньше ездить. Ты к одним, я к другим. Да не вопрос. О, Татьяна Юрьевна, а что такая невеселая? Что за скорбь мировая? Краснов хочет снять меня с должности. За что? За все хорошее, видимо. А, угу. Это из-за борделя, да? А сколько раз тебе говорили не соваться туда? Молчал бы лучше. Ты думаешь, я не знаю, что туда ходишь? А ты что, свечку держала? Нет, просто знаю, что ты часто там бываешь. Да, хожу. И это в интересах следствия. А если я докажу обратное? Так, все, успокойтесь, Брэк. Пойдем, воздухом подышим. Кстати, я этот матч видел, Финляндия выиграет 4-2. А ты зануда. Володь, пожалуйста, поговори с Красновым. Не дай снять меня с должности. Таня, я сделаю все, что смогу. Спасибо тебе. Как там продвигается дело с гробовщиком? Пока никак. Это очень важно, ты понимаешь? Возможно, он похитил Надю. С чего ты взяла? Надя пропала в том же парке, где нашли Елену Комарову. И точно те же самые числа. Подожди, подожди. Наде было сколько? 5? Да. Возраст не подходит. Жертвы были от 8 и старше. А книга? Я Наде читала ту же самую книжку. Ну, откуда он узнал, что ты ее читала? Я не знаю. Ну, может, в парке увидел. Ты понимаешь, я ни в чем не уверена. У меня все может, может. Тань, я все понимаю. Ты хочешь найти дочь и хватаешься за каждую соломинку. Но не цепляйся так за это дело. Серьезно. Гробовщик — совсем другая история. Ну, пожалуйста, ну дай мне самой в этом убедиться, а? Ну, я прошу тебя. Я 5 лет искала, ты понимаешь? Я 5 лет отрабатывала каждую зацепку, и ничего. А здесь... Ну, здесь впервые хоть какой-то след. Начальство, конечно, не одобрит, но я могу тебе показать записи бесед с родителями жертв. Нет, мне нужно с ними поговорить лично. Ты понимаешь, они на записи после трагедии, в состоянии шока, и могли упустить очень много важных вещей. Хорошо. Только из-за большой любви к тебе и Азару ни слова. Спасибо тебе большое. Кто там? Рита Кабак? Откройте, это полиция. Я хочу задать вам несколько вопросов о вашей дочери.
Моя дочь умерла. Я сочувствую. Я просто веду расследование, связанное с убийством вашей дочери. Они тогда ничего не нашли. И сейчас не найдете. Идите к черту! Подождите. Но... Истеричка. Не хуже Петровой. Поедем к родителям последней жертвы Овчинниковой. Угу. Азаров переговорит с Ритой Кабык, матерью-одиночкой. Послушай, здесь написано, что третья семья переехала в Киев, а четвертая... А четвертой уже нет. Отец через год после смерти дочери умер от инфаркта, а его жена покончила с собой. Как? Вот так. Значит, ничего необычного в тот день вы не помните. Она просто ушла в школу и не вернулась. Да у нас школа во дворе. Катя сама туда ходила. А помимо школы были какие-то кружки, секции? Только частные уроки фортепиано. А вы хорошо знали преподавателя? Послушайте, мы 5 лет назад уже это все проходили. Тогда полиция опрашивала и преподавателей, и друзей, даже вон родственников из Рязани. Да. Хорошо, вы извините нас. Я очень попрошу вас, если вдруг вы что-то вспомните, позвоните, пожалуйста. Моя девочка. Ей было всего 11. Я понимаю вас, простите. Я вас понимаю. Извините нас еще раз. За то, что заставляем ворошить прошлое. Если это поможет найти убийцу нашей дочери. До свидания. Извините еще раз. Ничего. До свидания. Я сейчас. Ничего нового. В деле все то же самое. Ага. Может, Азаров что нароет? Может. Зря только людей потревожили. Такое пережить. Слушай, это наша работа. Мы должны были проверить. И, алло, ты куда торопишься? Да? Ты чего? Ничего. Да. Илья, здравствуйте еще раз. Это Татьяна Петрова вас беспокоит. Да, я вас узнал. Скажите, перед смертью дочери вы случайно ремонт в квартире не делали? Нет. А может, соседи делали или в школе какие-то работы велись? Да вроде они тогда ремонт в спортзале делали. А что? Понятно, спасибо. Извините. Алло. При чем тут ремонт? В волосах Лены нашли штукатурку. И? На руках убийцы тоже могла быть штукатурка. Ну, вообще, если подумать, то убийца мог искать жертв там, где работал. Да, например, в школе. Рабочий может спокойно знать расписание жертвы, следить за ней, узнать ее возраст. А ну-ка, пошли за мной. Поговорила с директором. Действительно делали ремонт незадолго до убийства Кати Овчинниковой. Название фирмы? Византия. Я запрошу список всех, кто работал на этом объекте. Поехали к соседям последней жертвы. Там тоже, кстати, ремонт делают.
Здравствуйте. Добрый день. Мы из полиции. Надо поговорить. Хозяина нет. Извините, пускать нельзя. А мы не к нему. Извините, нам работать нужно. У нас сроки. Постой, как тебя зовут? Тигран. Тигран, мы на два слова. Вот эту девушку видел когда-нибудь? Да, Лена зовут. Это она вас вызвала? Скажите ей, что Ашот не будет заявление писать. Можно мы все-таки пройдем? Куда? Хозяин дома нет. Зачем? У нас прописки есть, все по закону. Не нарушаем ничего. Все хорошо у нас. Скажите, вы здесь проживаете? Да, здесь. Хозяин сам решил. Он сказал, живи, и мы живем. Ашот, Ашот. Позвоните хотите? Нет, не надо. Скажите, вот эту девушку, Лену Комарову, мы по поводу нее. Когда увидели ее в последний раз? Позавчера видели. Да? Да? Меня, во, это скинхед бил, я, она мне помогла, мы ушли. Да? О. Хорошая девушка, добрая. Мы ее чаем напоили, она ушла. Во сколько это было? В 9? Ну, или 10. Ясно. Вам нужно будет проехать с нами. Нужно будет сдать кровь на анализ. Завещание. Вот я пробил Византию, они выполняли ремонт в школе. Ну? Но по адресам Кабак и других родителей объектов не было. Здесь список всех, кто работал в школе. Есть кто-то из наших строителей? Есть один. Ну, тот парень с побитым лицом Ашот. Правда, он там долго не задержался, ушел с полпроекта. Начальник говорит, что Ашот стал работать сам на себя со своими друзьями. Понятно. Там-там-там-там. Попался, родной. Вот. Ашот? Ну да, совпадение по группе крови просто идеальное. Он нападал, жертва отбивалась. Подождите, мне почему-то кажется, что здесь какая-то ошибка. Послушай, Таня, я тебя умоляю. Все, я иду собирать группу. Вовка, я тебя жду. Давай. Володь, я на допрос с вами. Можно? Зачем? Ты свое дело сделала. Личность убитой установила, свидетелей нашла. А с Ашотом мы сами разберемся. Подожди, подожди, я не поняла. То есть я всю работу за вас сделала, а теперь больше не нужна? Ну, здорово. Я от Азарова, конечно, такое ожидала, но не от тебя. Тань, ты же знаешь, что это не так. Ну, а что, наш субботний вечер, ужин, у тебя дома все в силе? А при чем здесь суббота? Ты вообще на что рассчитываешь? Ты думаешь, я полная дура? Буду дела вам раскрывать, а потом по вечерам к тебе в гости ходить? Тань, послушай себя, что ты говоришь. Я понимаю, все, у тебя трагедия. Любой бы с ума сошел, но так тоже нельзя. Можно я пройду? Нет, послушай, раз уж начали. Посмотри на себя, что ты творишь. Алкашей по ночам избиваешь, кидаешься на всех. Таня, так нельзя жить. У Овчинниковых тоже трагедия, они же как-то держатся. Дай я пройду. Я не пущу тебя к подозреваемому. Не потому что, как ты говоришь, я хочу себе забрать славу, а потому что я не доверяю тебе. Ты его еще убьешь ненароком, а потом сядешь за это. Странно как-то и непривычно. Что непривычно? Ну, ты сама позвонила, неожиданно как-то. Ну, вообще-то я твоя жена все-таки. По документам, во всяком случае. Во всяком случае, это не мешает тебе меня ненавидеть. Дурак, я тебя не ненавижу. Да? Тань, 5 лет. 5 лет ты мучаешь меня и надо мной издеваешься. Ты как та собака на сене. Хочешь, приблизишь, хочешь, оттолкнешь. У меня такое ощущение, что Надя – это единственная ниточка, которая нас с тобой связывала. Я до сих пор не могу понять. Ну вот убей ты меня, я не могу понять, почему после ее смерти ты собрала вещи и ушла. Почему? Потому и ушла. Почему потому? Потому что ты сразу ее похоронил. И месяца не прошло. Тань, я очень любил Надю.
и люблю ее до сих пор. Но я также безумно люблю тебя. Я не понимаю, почему из-за несчастья, которое произошло с нашей с тобой дочерью, мы с тобой должны прекращать наши отношения. За что ты меня осуждаешь? Послушай, я вообще тебя ни в чем не осуждаю. Я просто так сказала и объяснила тебе, почему я тогда приняла такое решение. Вот и все. Хорошо, я хочу, чтобы ты знала только одно, что я тебя люблю и я тебя жду. И я буду ждать тебя всегда. А еще я хочу тебе сказать то, что никогда тебе не говорил. Я восхищаюсь и горжусь тобой. Правда, честно. Я очень горжусь тобой. Потому что та профессия, которой ты занимаешься, ну… Не то, что женщины, мужики не выдержат, а ты молодец, ты совсем с этим справляешься, у тебя все как-то ладно на работе, все спорится, все сходится, и ты молодец. Дурак я, наверное, да, что тебе все это говорю? Ну что ты молчишь? Скажи мне хоть что-нибудь, пожалуйста. Ты знаешь, мы вышли на одного маньяка. Я думаю, что это он убил Наденьку. Молчишь, значит. Ну ничего, в колонии тебя быстро научат отвечать. А, кстати, ты слышал про мордовские лагеря? Ну, а семье тебе не жалко? Подумай о сыне, что с ним будет? Ничего не будет. У него бабушка есть. Бабушка? У твоего сына есть гражданство, и он, скорее всего, останется здесь. И его отдадут в детский дом. А бабушка твоя по закону уедет на родину. Ну что вы не понимаете? Это же ошибка. Я ничего не делал. Пожалуйста, не трогайте мою семью. Пожалуйста, я вас прошу. Хорошо, не трогать, говоришь. Тогда скажи вот мне что. Я знаю, что 9 лет назад ты работал в фирме «Византия». И ты был в команде, которая ремонтировала спортзал в школе 1497, который в Свиблово. Да.
Да, я с Виблевой работал. Там школа была, да. Потом недели ушли, потому что начальник не платил нам, и мы с Тиграном открыли свое дело. Дело? Тоже мне. Бизнесмен. У вас лицензии даже не было. Бизнесмен? Просто дело. Скажи, ваша компания работала по этим адресам? Не помню, мы много где работали. Послушай, вот видишь, ты связан как минимум с двумя жертвами. Не мог знать трех других. Тем более, твоя кровь на шее жертвы. И у тебя нет серьезного алиби на момент смерти Елены Комаровой. Я же вам говорю, там она помогла, я... Ашот, послушай меня. Все улики против тебя. Мой тебе совет. Напиши признание, и суд это учтет. Татьяна Юрьевна! Татьяна Юрьевна, беда! Беда! Зинка и беда! Ильинична, спокойно, с какой Зинкой? Та девочка молоденькая, с нами работает. Пропала она. Как пропала? Зинка на работу с утра не вышла, телефон выключенный. Мы думали, ну мало ли, заболела или загуляла где-нибудь. Не нервничай ты так, Ильинична. Ну, может, правда, пошла в ночной клуб, познакомилась с парнем, заночевала у него. Лет-то и сколько? Да 15! Конечно, у них 15 лет ветер в голове. Нет, Зина не из таких, она ответственная. Так, а родителям звонили? Она в Москву из Рязани приехала. Из дому сбежала к парню какому-то, а он ее поматросил и бросил. Понятно. Да сволочь он, как все мужики. Так, фотография у тебя ее есть? Татьяна Юрьевна, я вам точно говорю, случилось что-то. Район у нас, сами знаете, неспокойный. Еще маньяк этот. Я ей даже баллончик дала. Так, Ильинична, ну не нервничай ты так, а? Займусь этим делом. Давай договоримся. Ждем до вечера. Если она до вечера не появится, ты мне звонишь. Хорошо? Шу. Да не волнуйся. Успокойся, ты, Ильинична. Ну тоже, да все хорошо будет. Сереж, Сережа. Чего? Так, а это что здесь делает? У Татьяны Юрьевны к тебе серьезный разговор. Так, мне не 5 лет, чтобы меня ментами пугать. Вот этого человека видел? Я с чурками не якшаюсь. Послушай, да не спрашивай, а тебя якшаешься ты с ними или нет. Я говорю, видел его? Может быть, и видел. Различишь их? Они все на одно лицо. Его зовут Ашот. Он утверждает, что вчера в парке его избили скины. И чё? Ну что это за и чё? Прояви, пожалуйста, уважение представителю мать, власти. Мать, и вот так всегда. Никто ему не авторитет, никто ему не указ. А потом в обезьяннике ночует. Мать, чё он на меня бочку катит? А бочку я на тебя гоню, потому что тут один заводила по всему району. Со своими мигрантов избиваешь. И чё мне теперь, я не понял, за весь район отвечать? Ну хорошо. Но если это не ваше, может, ты знаешь, кто? Так, 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 нашла стукача. Иди отсюда. Вали. Подержите, пожалуйста. Татьяна Юрьевна, что вы делаете, Сережа? Ничего, ничего, не волнуйтесь, он у нас мальчик крепкий, да, Сереж? Пошла психованная! Слушай, прояви уважение к матери, а? Видела что-то или нет? Я не знаю его имени, я тогда в парке с ними гулял. Ну? Их двое. Они бутылки кидали. Мало того, что понаехали, не пойми откуда, а тут еще мусорит тут. Ага. Хорошо. И ты решил восстановить справедливость, да? Поймали мы одного.
которого на фотографии. Ну, помяли его немножко и оставили. Ну вот, хорошо. Благодарю за содействие. Ты очень помог следствию. Не за что. До свидания. Сереж! Сереж! Ой, мать! Ну, Сереж! Отстань! Тебе больно? О, Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Ой, привет. Хотел вас спросить, как ваше расследование? Ничего, ты знаешь, продвигается. А что? В общем, вы меня извините, но мне тоже расследовать охота. Краснов мне всякую ерунду дает. Нет у него доверия к стажерам. Ну, послушай, у него никогда никому доверия нет, так что расслабься, Макс. Да, ничего, что я так тебе, Макс. Нет, наоборот, очень хорошо, что Макс. А то Николай Иванович меня только стажер Давыдов и зовет. Постоянно намекает, что я не настоящий сотрудник, а так, знаете. Хорошо, сотрудник, а от меня ты чего хочешь? Хочу. Возьмите меня в помощники. Хочу что-то серьезное расследовать. Ну, подожди, у тебя же есть серьезные. Ким, Дэн. Ну, вот расследуй. Татьяна Юрьевна, ну это скукотень, ну честное слово. Сижу в кресле, обзваниваю родных. Ну мне бы что-нибудь посерьезнее. Ну. Хорошо, я тебе обещаю. В следующий раз я обязательно возьму тебя с собой. Точно? Точно. Прости. Спасибо. Могу идти? Конечно, конечно. Алло. Тань, это я. Ну что у вас там с этим маньяком? Нашли что-нибудь или нет? Извини, пока не могу тебе ничего сказать. Служебная тайна. Таня, какая к черту тайна? Если ты об этом помнишь, это была и моя дочь тоже. Поэтому я тебя очень прошу, как только вы его найдете. Ты знаешь, если мы что-то найдем, то ты узнаешь об этом первой. Хоть на этом спасибо. Завтра похороны Надюши. Ты об этом помнишь или как? Конечно, как такое забудешь. Ну ты поедешь? Да. Добро, до завтра. Привет, сыщик. Хорош анализировать. Заканчивай свое расследование. Почему заканчивать? Что, Ашот признался? Ну, это дело техники, мы с Азаровым его дожмем. Ну, это я не сомневаюсь. Таня, а что опять не так? Не уверена я по поводу Ашота. Я сегодня проверила одного скинхеда, Сергея Кофтона. Ну? Так вот, Ашота на самом деле ночью очень сильно избили в парке. Сергей и его дружки. Это ничего не значит. Кофтон мог напасть на Ашота, когда тот поджидал комаров в засаде. Но ведь Тигран подтвердил, что Лена ушла от них живая. А показания Тиграна легко разбить. Привязать ему в соучастие, он и расколется. То есть вы хотите его просто запугать? Тань, Ашот серийный убийца. Он убивал детей, потом подкладывал их тела в парке. С такими иначе нельзя. Пойдем лучше пообедаем. Извини, мне некогда. Алло, Ильинична, Зина тебе не говорила, в какой клуб она пойдет? Ну, а что значит забыла? Вспоминай. Как? Да, 33. Спасибо. Пообедали. Да, представьте себе, целая коробка битых бутылок. Что мне теперь с ними делать? На память себе оставить? Нет, я еще раз говорю, целый ящик битых бутылок. Здрасте, Петрова Татьяна Юрьевна, участковая. Где мне менеджер найти? Я менеджер, в чем дело? Так, я не буду за них платить. Ну а чьи это проблемы?
Извините, пожалуйста, девушку вот эту видели? Я перезвоню. Давайте проясним ситуацию. Мы не пускаем сюда лиц до 21. Да что вы говорите? Давайте я закрою глаза конкретно вот на этот случай, а вы мне поможете найти. Вы что думаете, что я здесь дежурю возле входа? Я вот... не знаю, кто здесь дежурит. Я думаю, вы меня услышали. Я думаю, вам лучше охранник поможет. Сеня, иди сюда. Видел эту девушку? Такие к нам каждый вечер толпами валят. Попробуй их всех запомнить. Значит так, я хочу посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Это понятно? А у вас есть ордер? Так, хорошо. Вам есть что скрывать? Ну что, нашли что-нибудь? Ага. Мне бы с барменом с вашим поговорить. Так он ушел после смены, по цепной у него. А зачем вам бармен? Ну вот на этой записи он с Зиной разговаривает около барной стойки очень долго. А вот здесь она заплакана, бежит в туалет и сидит там минут 20. Так, поругались, наверное? Да, наверное. Мне надо с ним поговорить прямо сейчас. Слушай, Костя, подумал, а что если на Лену Комарову напали уже после того, как она ушла от Ашота? Ну, на личной площадке или в лифте. Ну, а как убийца туда прошел? Он что, вычислил код домофона? Может, он живет там. Или зашел с кем-нибудь, ждал ее на лестнице. Да нет, я думаю, это не вариант. Она бы сразу закричала, кто-то вышел, поэтому нет, нет, подъезд не вариант. Зажал рот, пригрозил пистолетом или ножом. Господи, Володь, послушай, это дело выеденного яйца не стоит. Это твой шот через пару дней расколется. Куда он денется? Это Петров твоя. Запараноила, и ты туда же. Да нет, просто мне кажется, что Таня на словах есть доля смысла. Но еще бы тебе не казалось. А? Ты ведь только ее слова слышишь, правда ведь? Володь, баба тебе хорошая нужна. А? А не эта психичка. Ты послушай моего совета. Завязывай ты с ней. Ты и так вон женой из-за нее развелся. Таня тут ни при чем. Ну, конечно. Это просто совпадение. Встретил ее, через несколько месяцев развелись. Ну, во-первых, развестись была Инина инициатива. А во-вторых, закроем эту тему. Послушай, послушай. Со стороны-то виднее, а? Ладно, все, молчу, пошли. Нельзя было до вечера подождать. Я только смену отпахал. Там вон насчет Зины. Здравствуйте. Что она опять натворила? Зина пропала, мы ее ищем. Да? На удачу. В каком смысле? Ну, она постоянно пропадает, а потом находится. И что это значит? Мы из Рязани оба, с одного двора. Она с 13 лет за мной бегает. Я как сказала, что в Москву уезжаю, она ревет. Я говорю, малая, не реви. Подрастешь, приезжай ко мне в Москву. Ну, так по приколу сказал. А она через 2 месяца денег накопила и в Москву. С вокзала прямо ко мне. Даже рыда ко мне сказала. А у вас с ней какие-то отношения или вы просто дружите? Какие отношения? Девочке 15 лет. Поняла. А вчера она опять заявилась к вам, правильно? Ну да, она подвыпила, опять заявилась. Я говорю, Зин, уходи по-хорошему, или я тебя выставлю из клуба как несовершеннолетнюю. Но она в слезах так и прождала всю ночь на улице. Что, ждала всю ночь? Да, это Зина, если она решила, то все. Ну я вышел. Что делать? Давай подвезу тебя. И в машине еще раз я все популярно объяснил. Сказал, что у меня девушка есть. Она как про девушку услышала, взбесилась. Останови машину, орет, высади меня. Чуть на ходу не выпрыгнула. Ну, пришлось остановить. Сможете показать место, где ее высадили? Да. Хорошо. Пойдемте. Тут она и выскочила. Не видели, куда она пошла? Вон в сторону своего дома, через парк. А я сразу уехал. Ну, и на взводе был. Ага.
Наверное, не надо было ее одну оставлять. Тут полно всяких морозков в том парке по ночам. По-моему, у Зины был такой же баллончик. Да? Угу. Вы, если Зину найдете, вы мне сразу сообщите, ладно? Да, да, конечно. Конечно. Николаевич, можно? Заходи. Приятного аппетита. Угу. Спасибо. Будешь? Жена приготовила. Боится, чтобы у меня гастрит не появился. Нет, спасибо. Я, конечно, люблю стряпню вашей жены, но я по другому вопросу. Вы знаете, мне кажется, что гробовщик похитил еще одну жертву. Петрова, ты меня удивляешь. У тебя есть ощущение. Ну ты что, экстрасенс? Может, ты на картах гадаешь, а? Зря вот так. Между прочим, пропала еще одна девушка, Зина Белова. Она очень похожа на предыдущих жертв. Похожа на Лену Комарову. Ей 15 лет. Разве следующей жертве должно быть не 18 лет? Я подумала, что маньяк взял перерыв на 5 лет. И сейчас теперь наверстывает упущенное. Есть улики? Да, есть улики. Зина пропала ночью в парке. Там же, в кустах, я нашла перцовый баллончик. Да, перцовый баллончик. Из чего ты решила, что это ее баллончик? А потому что напарница Зины сказала мне, что на днях дала ей точно такой же. Вы понимаете, что нам осталось только взять отпечатки. Там наверняка есть отпечатки и Зины, и этого преступника. Значит так, Петрова, по-хорошему ты не понимаешь. Делом занимается Следственный комитет. Пока с Нестером не утрясется, к расследованию я тебя не допущу. Оружие и удостоверение на стол. Николай Иванович, быстро! Давай. Ощущение у нее. Я могу идти? Идите. Есть. Этот. Ну, давай внимательно смотри. Он самый. Его еще сын давным-давно притащил. Сейчас, наверное, таких уж они делают. Ой, беда! Беда! Зинка, это беда! Так, Ильич, ну все, хватит паниковать. Иди работай. За Зинку я буду волноваться. Найду ее. Я тебе обещаю, ты же меня знаешь. О, ребята. Привет. А ты что такой расстегнутый? Замерзнешь? Вы не обращайте внимания. Он еще немного не отошел после вчерашнего. Понятно. Ну что, сильно вчера испугался, да? Слушай, ну ты прости меня, я... Ну, прости. А вы не хотите мне помочь в одном расследовании? В расследовании? Угу. А зачем перчатки? Ты же не хочешь, чтобы твои отпечатки остались на улике, правильно? Не хочу. Ну вот. А зачем нам краска из принтера? Нам же нужно, чтобы отпечатки проявились, правильно? Точно. Надо чем-нибудь посыпать, я же в кино видела. Правильно. Черный порошок из принтера – это лучшее. Ну, лучшее из того, что у нас есть. Смотрите. Отпечатки поменьше – женские. А вот эти, я думаю, мужские. Ага, теперь вижу. Круто! Угу. Это отпечатки убийцы? Это я и хочу понять. Ну-ка, оторвите мне скорее кусочек скотча. Молодцы. Теперь нам нужно перевести отпечатки на скотч. Аккуратно. И отсканировать. Отсканировать? Ну, на комп кинуть. Ну-ка, разгладь. Только не сильно нажимай. Готово. Отлично.
вуаля. И отпечатки готовы. Здорово. Теперь сканируем? Да, сканируем, обрабатываем фото на компьютере и пробиваем по базе. Сейчас. Мои, у вас? Да. Предупреждать надо, когда детей забираете. Я обыскала весь двор. А вы что встали? Давайте собирайтесь домой. Привет. Привет. Ну, наконец-то и на моей улице праздник. Сначала маньяка поймали, а теперь Татьяна Юрьевна сама меня пригласила на свидание. Краснов тебе уже рассказал? То, что тебя отстранили от дел, да. Тань, ты не переживай, я поговорю с этим Нестеровым. Да нет, что похитили еще одну девушку. Послушай, я нашла газовый баллончик. Мы сняли отпечатки пальцев. Я отправила ребятам в угрозу, попросила пробить по базе. Это Кирилл Ильин. Вот тебе и свидание. Ну ты послушай, он жил в Измайловском парке. Это вся территория, где происходили убийства. Потом был несчастный случай. Он сел пьяный за руль и сбил девочку. И скрылся с места аварии. Его на 5 лет посадили в тюрьму. Вот. И что? Ну, это объясняет то, что он исчез на 5 лет. И потом, я подумала, девочке было 11 лет. Он мог ее похитить, она сбежала, и... Он должен был ее сбить. Допустим. Допустим. До отсидки он работал в кукольном театре. Ты понимаешь, что это такое? Это очень удобно для маньяка. Он мог выслеживать своих жертв. Это могли быть его поклонницы. Ладно, где он сейчас живет? Я не знаю. Я думаю, что мне нужно поговорить с кем-нибудь из работников театра. Таня, а если ты ошибаешься, у тебя опять будут проблемы, а у тебя и так их выше крыши. Ну, конечно. Конечно, я ошибаюсь. Я же простая участковая. Куда мне до вас, до профессионалов? Что, Азаров тебя уже накрутил? Да никто меня не накручивал. И что ты все время... Ты катишь бочку на Азарова. Да потому что жулик твой Азаров, понятно? Ты видел его часы? Знаешь, сколько они стоят? А машина новая? Таня, а ты знаешь, что нехорошо считать деньги в чужом кармане? У Азарова богатые родственники, он зарабатывает на ставках. Я знаю его 10 лет, он прекрасный следак. Да, ты знаешь его 10 лет. И 10 лет ему потакаешь. Ладно, справлюсь и без вашей помощи. Копытца. О, здравствуйте, девушка. Здрасте. А хотите, мы вас на спектакль пригласим? В главных ролях заслуженные артисты. Да, вы присаживайтесь и угощайтесь. Не, ребят, спасибо, я не пью. А вы тут работаете, да? Нет. А вы не актриса? Нет, я из полиции. А, здорово. Здрасте. Я ищу Кирилла Ильина. Не знаете, где он? А, ну да, знаем, но он здесь 5 лет не работает. А что? Он просто проходит очень важным свидетелем по одному делу. Вот не могу его найти. Ильин свидетелем? Угу. Так у него же с башкой не все в порядке. Слушай, ты язык попридержи, уважение нужно иметь к таким людям. Он гениальный художник. Нет, он гениальный, я не спорю. Но в дурке-то он лежал. Да при чем тут дурка вообще? Подумаешь, нервы сдали у парня по молодости. У него папа застрелился. Неудивительно, что Кирюха нервное расстройство заработал. Ну, а в тюрьму он тоже из-за папы попал? Там вообще другое дело. Несчастный случай. Кирюха бы в жизни мухи не обидел. Он детей так любил. У него у самого с дочкой трагедия случилась. А что за трагедия? Да, несчастный случай. Там какой-то лихач сбил. Они праздновали день рождения в парке. Девочка играла с другими детьми, выбежала на дорогу, и вот такая штука. Вот. Он потом сильно запил и бухой за руль сел. Сам девочку сбил. Вообще жесть какая-то. Врагу не пожелаешь. Да. Адрес мне ее поможет найти? Да мы не знаем. Он после тюрьмы переехал куда-то. Кукол делает, на себя работает. А у него, кстати, свой сайт есть. Можете поискать. Ну, а к нам на спектакль, нет? В другой раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Кириллу Ильину подзвонила ему, он назначил мне встречу. По поводу кукол. Пожалуйста, проходите. Кирилл будет с минуты на минуту. Угу. Спасибо. Меня Таня зовут. Меня Аня. Я его жена. И секретарь немного. А вы раздевайтесь, наверное, в кабинете будет удобнее. Да, спасибо. И
Вы не смотрите, что у нас пока нет рабочего помещения. Кирилл просто не нашел места для офиса и пока принимает клиентов дома. Понятно. А кукол он тоже здесь собирает? Нет, он специально снял гараж, оборудовал там мастерскую. Работает он в основном по ночам. А все свободное время пытается уделять семье. Ну, конечно. Да, я понимаю. Семья, дети. Ну, детей у нас пока нет, но мы ждем нашего первенца. А я подумала, вот эта девочка... А, это Оленька. Дочка Кирилла от первого брака. Она погибла. Это ужасно. Как давно? 14 числа была годовщина, 10 лет. Пришел. Кирюша, к тебе клиент. А, день добрый. Здравствуйте. Кирилл и Лин. Татьяна. Очень приятно. Ну, я пойду, не буду вам мешать. Да. Ну, присаживайтесь. Да, спасибо. Так, нос. Для кого будем делать куклу? Для моей дочери. У нее день рождения. Угу. Сколько лет? 10. Ну что ж, знаете, я могу сделать для нее куклу мечты. А вы немного расскажите мне о вашей дочери. Какие куклы ей нравятся? Чем она увлекается? Надя очень любит сказки. Да, у нее масса книг с иллюстрациями, картинками. Еще она мечтала быть балериной. А, почему мечтала? А сейчас не мечтает? А сейчас она мечтает быть ветеринаром. Начиталась о Айболитах, хочет лечить животных. Ну, знаете, как это бывает. Ну, да, да, да. Моя тоже очень любила Айболита. Ой, простите меня. Да, Аня мне рассказала. Да, ничего, это было уже очень давно. Давайте, Таня, вернемся к разговору о вашей дочери. Да, да, конечно. Моя дочь. Моя дочь. Знаете что? Я вот что подумала. Может быть, можно сделать для Нади куклу из спящей красавицы? Такую красивую куклу с веретеном. Она очень любит эту сказку. Вы уверены? Знаете, это же очень грустный сюжет. Она уколет себе веретеном палец и погибнет. Почему же погибнет? Она уколет веретеном палец и уснет. А потом придет принц и поцелует ее, и она живет. Разве нет? Да. Как хотите. Как говорится, хозяин барин. Простите. А, да, пожалуйста. Значит так, я набросаю несколько эскизов, и мы с вами встретимся на следующей неделе. Вторник подойдет? Нет, нет, нет. Вторник, это очень поздно, у меня день рождения в воскресенье. А вы знаете что, я могу приехать к вам в мастерскую. Я никого не пускаю в свою мастерскую. Моя мастерская – это мое личное пространство. А, конечно, я понимаю. Ну вот, да, у меня есть окно завтра вечером. Приезжайте сюда к 6 часам, хорошо? Прекрасно, да. Всего доброго. Здесь тебе.
Господи, как же ты меня напугал? Что ты здесь делаешь? За тобой слежу, чтобы ты Кирилла или Ильина не отправил в нокаут где-нибудь в подворотне. Мне нужно осмотреть гараж. Понимаешь, возможно, он там прячет Зину. Тань, ты бредишь. Поехали отсюда. Да никуда я не поеду, пока не осмотрю гараж. Хорошо, если я осмотрю этот чертов гараж. Ты поедешь со мной? Как ты это сделаешь? Нужен ордер. А ордера у нас нет. Нужно ждать, пока Кирилл уйдет. Понимаешь? Я тебя умоляю. Номер гаража знаешь? Да, 119-й. Учись, пока я жив. Митька! Митька, открывай! Здравствуйте. Чем могу помочь? А вы кто? А где Митька? Какой еще Митька? Что значит, какой Митька? Ну, Митька, брат, ну. Это же его гараж. Он мне машину обещал показать. Митян? Мне очень жаль, но вы ошиблись. Это мой гараж. Это мальчик, девочка. Что вы себе позволяете? А что это за фабрика кукол? Митька! Ну, где ты прячешься? Мне что, охрану позвать? Я уже арендую этот гараж целых полгода, и никакого Митьки здесь быть не может. Уходите. Как это ты арендуете? Очень просто. Мне что, договор показать? Митька! Нет Митьки. Я по-хорошему прошу вас, уйдите. Да. Господи. О, прости. Все, я ушел. Угу. Слушай, может, ты... Идите. Все, я ушел. Ну что? Ничего, поехали отсюда. Ну подожди, и Зины там нет? Да нет там никого, и Кирилл твой выглядит вполне приличным человеком. Этого не может быть. Но я стал бы тебе врать о таких вещах. Поехали. Значит так, Петрова. Сначала ты массажистов достаешь, теперь кукольников, да? Он подозреваемый, я его проверял. Если надо, Ильина проверит следователь. И для этого нужны ордер, протокол, улики. Да нет у нас времени на протоколы. Ильин, понимаете, полностью подходит под профиль серийного убийцы. Место, где пропала Зина, как раз находится между домом Ильина и гаражом, где он работал по ночам. Потом он лежал в психиатрической больнице. А у всех жертв в крови следы психотропного препарата. 14 число – день рождения у погибшей дочери, которое он, я думаю, отмечает убийством. Значит так, гробовщиком занимаются Наумов и Азаров. Все материалы мы им передадим, пусть они разбираются. Но ты, ну, пожалуйста, ну не лезь ты туда, ну! Кость, ну куда ты пропал? Ну, одного типа надо допросить, подозреваемый Петровой. Господи, опять Петрова. Да она же в каждом столбе видит подозреваемого. Значит, будем допрашивать столбы. Послушай, а подозреваемый не может подождать? Если бы был срочный вызов, зачем допрашивать ночью, я не понимаю. Ну, хватит уже жить на работе, а? Ну, значит, вот такой я дурак. Живу на работе. Ты все интересовался, почему мы с женой развелись. Так вот именно поэтому и развелись. Не нравилась ей такая жизнь. Да. А вы действительно с Петровой? Два сапога пара. Не буду спорить. По крайней мере, мы с ней разговариваем на одном языке. Понимаю. Понимаю. Татьяна, как вы меня нашли? А, ваша жена дала мне адрес мастерской. Вы знаете, я подумала, что я свою дочку знаю лучше. Давайте вместе придумывать куклу. Вы знаете, ваш эскиз еще не готов. И к тому же я не могу сейчас заняться вашей куклой. У меня срочный заказ для театра. А можно я тогда просто посмотрю, как вы работаете? Мне очень интересно.
Нет, я, вы знаете ли, работаю один, принципиально. Иначе не могу. Приходите завтра в 6. Ладно, к черту кукол. Я из полиции. Из полиции? А я что-то сделал? А вот это мы сейчас проверим. Стойте! Покажите ваше удостоверение. А я в машине его забыла. Покажите ваше удостоверение, или я вызываю настоящую полицию. Вызывайте. Так я не знаю, что вы здесь ищете, но очевидно, что этого здесь нет. Очевидно, очевидно. Подвал? Разрешите, я посмотрю. Я вызываю полицию. Вызываю! Здесь... Что вы делаете? Он водил яд своим жертвам. Тортик. Оригинально. Вы в порядке? Да, я в порядке. Он сказал, чтобы я съела торт. Что он потом меня отпустит. Он сказал, что убьет меня, если я не съем его. Тань, посмотри. Здесь фотографии всех его жертв. И среди них нет Нади. Я думаю, кукольное платье он шел самостоятельно. Зачем ему лишние свидетели? Материала достаточно. А почему кукол? Оленька все хотела куклу. Я обещал ей сделать. И не успел. Беденька моя. Моя спящая красавица. Она выглядела бы вот так же год назад. Если бы ты жила до 15 лет. Успокойтесь. Теперь все будет хорошо. Вы в безопасности. Сейчас приедут наши сотрудники. Все, милая, все. Сейчас попьешь чаю горячего, успокоишься. Ой, застудилась ты. Давай. Дин, мы, наверное, отвезем тебя в больницу. Там пускай тебя обследуют на всякий случай. Что теперь со мной будет? Ну, это уже тебе решать. Или с Ильиничной дворы мести, или... В общем, я бы тебе советовала ехать домой. Я бы вернулась, но у меня совсем нет денег. За это ты не переживай, денег я тебе дам. Даже не думай, я сам оплачу поездку. Хоть как-то реабилитируюсь. Тань, можно с тобой поговорить? Ага. Я только что допрашивал Ильина, он рассказал про всех девочек. Наше счастье, что мы его вовремя остановили. То было бы еще 4 жертвы. Одной за каждый год, что он пропустил, сидя в тюрьме. Спросил его про Надю? Да. Он ничего о ней не знает.
Послушай, можно я с ним поговорю, а? Тань, зачем? Я показал ему Надину фотографию. Он в глаза ее не видел. Да. Какой смысл ему врать, если он во всем сознался? Да, да, да. Володь, спасибо тебе огромное. Ну что, ударники, поздравляю. Хорошо сработали, молодцы. Так, Петрова, на, возвращаю, заслужила. А как же мое бумажное заточение? Закончено. Нестер забрал заявление. Слушай, только не надо на меня так смотреть. Если бы ты знал, каких трудов мне все это стоило во всем разобраться. Не надо так смотреть. Пожалуйста, обращайтесь. Нормально. Тань. Танюш. Родная моя, приехали. Вставай. Вставай, пойдем. Осторожно. Ой, Господи, помилуй. Андрюш. А? Я тебя проводила, а дальше ты сам. Ладно? Подожди, Тань, почему сам? Подожди. Ты все-таки не хочешь прощаться с Надей, да? Нет, не хочу. Для меня она жива. Ты... Ну, в общем, если тебе так будет легче, ты иди. Иди, правда, я не буду тебя осуждать. Зачем ты тогда сюда приехала? Я приехала просто тебя поддержать. Иди. Иди. Подожди меня в машине, ага. Тогда, ладно? Прятки? Давай, тетя Тань, поиграйте с нами. Да вы что? А моя мама лучше всех. Она всех найдет, она полицейский. А вот и нет, я лучше всех спрячусь. А ну-ка быстро прячьтесь. Считаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, я иду искать. Так, а тут кто? Так. Ага, кто за деревом стоит? А? Ага! Ага. А кого-то я нашла, а?
Надя! Надь, выходи, я сдаюсь! Надя! Так а где Надя? Не знаю. Ну ты же с ней прятался, где она? Не видел я. Надя! Надя! Танечка, господи, этак ведь так еще и убьют. Кого убьют, Марфа Васильевна? Что случилось? Да кого-нибудь точно убьют. Гуляем мы с Гафтиком, я никого не трогаю. Тут как, хлопнет, да так громко аж на весь двор. А потом в машине стекло как треснет, и все вдребезги. Господи, я чуть в обморок со страху не упала. Да вы что, ужас какой, что у нас стрелок объявился? Стрелок, стрелок. Пойдем покажу, где это было. Подожди, да ты никак еще спишь. Марфа Васильевна, у меня просто было ночное дежурство. Ой, я все равно все проспала. Может, мы завтра, а? Завтра. А, ладно, сейчас я только оденусь, ладно? Я подожду, Танюш, подожду. Вот, видишь? Вижу, вижу. Вот что творится-то. Ну вот скажите, Марфа Васильевна, вы заметили, откуда был хлопок, а? Откуда? Да откуда-то сверху. Ну вот, по-моему, из дома напротив. Да так все быстро произошло, я и не усмотрела. Понятно. Видно, из воздушки стреляли. Танечка, ну что же это творится? Вчера в подъезде окно расстреляли, сегодня вон в машине. А завтра, глядишь, и по людям стрелять начнут. Не начнут, не начнут. Я обещаю, поймаю вам этого стрелка. Вот увидите. Да, без тебя бы мы пропали, Танюшка. Ты уж, пожалуйста, займись этим. На тебя вся надежда. Займусь, обещаю. Ага, а мы пошли. Пойдем, мальчик, пойдем. Пойдем, мой дорогой. Инспектор Никитенко, водительское удостоверение и документы на машину, пожалуйста. Привет. О, Тань, ты что ли? Я. Извиняй, не признал. Богатый буду. Не будешь, если продолжишь так гонять. Хорошо, я попался. Да. А если б камера засекла? Прости, я просто очень спешу. Куда это? К маме на день рождения. Что, серьезно? Да. Слушай, ну передавай Павловне привет. Спасибо. Только учти, это вовсе не оправдание, чтобы так гонять. Да знаю, я знаю. В честь праздника прощаю. Спасибо. Но с предупреждением. Спасибо. С устным. Пока. Аккуратней. Пока. Мамочка, какая красота! Привет. Спасибо, милая. Мам, прости меня, без подарка я ничего не успела. Ну какая ты у меня глупенькая, да? Слава богу, что сама приехала. Пошли, пошли в дом. Так, мыть руки и быстро за стол. Я такая голодная. Ой, ну и слава богу, наконец-то. О,
Спасибо вам огромное. Опа! Итак, она звалась Татьяна. Привет. Тихо, печально, молчаливо. Ну, а в школе? Как же в школе ты ненавидела Онегина, ты помнишь? Красавица моя, я ненавижу его до сих пор. Вот Ленский, другое дело, мой тип мужчины. Нинуля, как ваш спектакль, а? Прекрасно. Слушай, я даже не ожидала, что Пушкин настолько современен. Сплошные аншлаги. Да? Онегина поклонницы атакуют. Проход не дают. Да ты что? Ой, знаешь, Пон, давайте мы с Танюшей все справимся. Ой, спасибо, девочки. Тогда я буду потихонечку салаты выносить. Да, да. И в духовке поменьше огонь, ладно? Угу. Ну? О, спасибочки. Какие новости? Рассказывай. Я тебя 300 лет не видела. Ну, какие мне новости? Никаких особенных новостей. Приходи ко мне на спектакль. Что ты в среду делаешь? Я очень хочу, правда, но у меня вряд ли получится. Я тебя прошу. Все, в среду ко мне на спектакль. Так, заметано. После посидим в гримерке с артистами. Я тебя с Онегиным познакомлю. Нет, только не надо меня ни с кем знакомить. Я лучше тебе сама приду, такого Ленского. А ты не против? Давай. Добрый день, добрый, здрасте. Где виновница торжества? Привет, девчонки. Привет. Зинаида Павловна, вам. Будьте здоровы, это главное. Я желаю Зинаиде Павловне долгих счастливых лет и крепкого здоровья. С днем рождения! Ура! Ура! Мам, ура! Тебе. Спасибо, Ниночка. Поздравляем. Ну, друзья мои, как говорится, не отходя от кассы, есть еще один тост. Еще один? Ну да. Андрей, ты прям сегодня в ударе. Да то ли еще будет, ой-ой-ой. Зинаида Павловна, вы великая женщина. Правда, правда. И очень добрый и светлый человек. И дочь у вас тоже великая женщина. Поэтому, господа, я хочу поднять этот бокал за двух великих женщин. Будьте здоровы! Ура! Ура! Спасибо. Ой. Ой. За вас, дорогие женщины. Спасибо. Спасибо. Ну, как же на вас приятно смотреть. Прям как два голубка. Наконец-то помирились. Да мы и не ссорились, Зинаида Павловна. Это так, временные разногласия были, да, Танюш? А скажите, мне никто не хочет чаю? Давайте я торт принесу. Ну, сиди, я сама схожу. Угу. Так что, Танюш, может быть, тебе уже обратно к Андрею-то приехать? Мам, что ты такое говоришь? Че, правильно? Все правильно, говорит Зинаида Павловна. Верно, верно. Вы вообще повоздействовали на вашу дочь? Потому что вы это единственный человек, которого она слушает. Меня не слышит и не видит. Хотя я давно уже ей предлагаю переехать к нам, начать жить, заново начать. Детей рожать. Андрей. Да. Мы можем с тобой выйти? А зачем? Мне нужно с тобой поговорить. О, говори при всех, у меня ни от кого секретов нет. Я не хочу при всех. Мне нужно с тобой поговорить. Да. Пожалуйста, пойдем. Мне кажется, тебе нужно проветриться. Да, пойдем, пойдем. Да, пора уже. Да, пора. Пойдем. Простите, господа, мы сейчас проветримся. Андрей, что это сейчас было? Что это было? Ты можешь мне объяснить, что это сейчас было? Ну что, это жить вместе, рожать детей. Зачем ты это все при маме? Ты же знаешь, как она переживает. Зачем ты ее обнадеживаешь? Тань, ну я же это все искренне говорю. Искренне. Андрюш, ну что с тобой? А что со мной? Со мной все нормально. Нет, не нормально. Нет, ты раньше так не пил.
Ну, раньше было ради чего жить и к чему стремиться. А вот без себя не получается. Не выходит что-то. Андрюш, ну послушай, мы все равно навсегда останемся с тобой самыми близкими, самыми родными людьми. Тань, это все лирика. Лирика. Я тебе сейчас страшную вещь скажу, но я все эти похороны, по большому счету, я ведь только для тебя устроил. Да, да, для тебя, потому что я думал, что, ну, вот сейчас мы достойно попрощаемся с Надюшей, и мы опять с тобой будем счастливы. Вместе будем. Как? Как? Ну, вот так. Ну, как же ты так можешь? Это... Ну, так нельзя, это жестоко, понимаешь? Жестоко? Таня! Тань! 5 лет нас с мамой мучить, это не жестоко? 5 лет ты сама на себя не похожа, ты как Надя пропала, ты как одержимая, ты как сумасшедшая какая-то. Прости. Да, алло, Макс, ну что? Татьяна Юрьевна, с Никитенко беда, он... Что? В аварию попал, без сознания. Когда это случилось? Да вот, меньше часа назад. Приезжайте, пожалуйста, он приедет, вас спрашивает. Свидетели есть? Я сейчас все узнаю. Макс, никуда не уходи, я сейчас приеду. Господи. Андрей, мне нужно уехать. Пожалуйста, я прошу тебя, извинись перед мамой за меня, хорошо? Как обычно. Прости меня, пожалуйста. Мы не договорили. Мы договорим, мы обязательно потом договорим. Прости. Произошло. Да, инспектор Никитенко погнался за лихачом, тот выстрелил ему в шину, и, ну, он не справился с управлением. А инспектор сейчас находится в бессознательном состоянии, он предузвал вас, я решил позвонить. Правильно сделал, что позвонил. А что, номер машины есть? Так точно, все есть. И номер, и цвет, и даже модель. Следственная группа когда приедет? Уже едут. Я, наверное, здесь их подожду. Так точно. Я тогда в участок. Ага. Здравствуйте, гражданочка. Вам помочь? Прям советский пионер. В смысле? Здравствуйте, гражданочка. Вам помочь? Ты новенький, что ли? Я тебя раньше здесь не видела. Так точно. Стажер? Так точно. Старший сержант Давыдов. Вам, наверное, участковая нужна? Выше бери. Аня, что ты здесь делаешь? А мне прям отца уже с работы нельзя встретить. Привет. Давыдов, почему не дома? Смена закончилась. Так у меня еще рапорт. Там Макаренко за тебя все написал, так что свободен на сегодня. Спасибо. Разрешите идти? Идите. Старший сержант Давыдов? Я. Тебя как зовут, ты старший сержант? Макс. Максим. А я Аня. Мне было очень приятно познакомиться. И мне. До свидания, Николай Иванович. До свидания. Смешной он. А откуда он взялся? Оттуда. Ну ты чё такой хмурной? Я ж просто так спросила. Чё, обыкновенный стажёр. Папу не зовут генерал.
Блатной, что ли? Ну, если бы блатной, он сейчас бы в юридической академии учился. А так решил, что он умнее всех, поступит без связи, ну и завалил экзамен. Молодец. Ну, молодец, что он за папу не держится. А так ничего особенного, стажер как стажер, такой же бестолковый. А по-моему, он хороший. Дочь, тебе что, нормальных парней не хватает? Не хватает. Ладно, пойдем в машину. Домой поедем. Володя. Здорово! Привет, пап! Ну, как ты, сына? Нормально. Нормально. Должно быть хорошо. В школу идешь, знания получать. Привет. Привет. Да-да. Ну все, Павлик, давай. Беги в школу, а то опоздаешь. Давай. Беги, беги, беги. Ну чего ты приехал? Я же сказала, завезу Павлика вечером в пятницу. Ин, сегодня хоккей. Наши играют. Думал, Пашку взять на стадион. Володь, ну мы же с тобой договорились. У Павлика режим. Ты забираешь ребенка на выходные, а все остальное время у него школа и секция. Ну пропустят один раз секцию. Здравствуйте. Ничего не случится. Ничего не случится? Вот 5 лет, пока мы были с тобой женаты, ты твердил, что ничего не случится, когда срывался среди ночи на работу. Вот случилось. Мы развелись. Ин, давай не начинай, а? И раз так получилось, что теперь воспитанием ребенка занимаюсь я одна, я тебя очень прошу, не лезь не в свое дело. Что значит не мое дело? Ну все, давай, беги, преступников лови, а то заждались уже. Может, тебя подвезти? Да не надо, меня Толик подвезет. Толик? А ему что, не надо на работу? Или он у тебя личным водителем устроился? Ну, вообще-то это называется забота. Но кому это я говорю? Тебе же это неизвестно. Да. Ты куда пропал-то, Вовка? Тут шеф рвет и мечет. У нас перестрелка с сотрудником ДПС при исполнении. А что с потерпевшим? Да жив остался. Легко отделался. В больницу отвезли, да? Так что дуй быстрее в контору. И, кстати, этот гаишник – друг Петровой. Так что она тоже едет. Все понял. Давай, сейчас буду. Давай. Конечно, не я веду дело, но у меня для вас новости. Машину, которую преследовала Никитенко, угнали за полчаса до аварии. Я говорила с владельцем. И что, его тоже обстреляли? Нет, угонщик вырубил его электрошокером. Ну, пострадавший стал нам сразу звонить. Конечно, ничего толком объяснить не может, и лица угонщика он не видел. Ясно. Дай нам его контакты, мы с ним поговорим. Кстати, хорошо. У нас тоже кое-что есть. Скажи, знаешь его? Да, это Николай Багров. Он на моем участке держит трассу для картинга. По-моему, он сидел за угон, но уже давно завязал с этим. Угу. Завязал, как же? Напомни, за что он мотал срок? Та же самая история. Угу. Угонял машины, увязались гаишники, аварии, перестрелка. Багров тогда ушел тяжело раненым. Мы его потом нашли, повязали, но оружие при нем не обнаружили. Выбросил? Или спрятал. Ну, конечно, он отрицался на суде, как крепкий орешек. Но после косвенных улик лет на 5 загремел, как белый лебедь. Не понимаю. И что? Криминалисты установили, что машину Никитенко подбили из того же оружия. Так что поехали, побеседуем с этим Багровым, раз ты его так хорошо знаешь. Спасибо, что предложил. Напрашиваться не придется. Да, кстати, Володь, подожди. Пойдем сегодня в бар игру смотреть? Пошли. Я хотел сына на стадион, но у него секция. Ну, отлично. Я уже поставил на наших. И давай ты решайся, а? Ладно, уговорил. Но если я проиграю, с тебя пиво. Отлично. Ты не проиграешь. Татьяна Юрьевна, ну, правду говорю, нет у меня никакого пистолета. А тогда, 5 лет назад, вы из зажигалки отстреливались? Так это когда было? Ну, был ствол, всплыл. Я еще тогда от него избавился. Ну, до отсидки. В канав выбросил. Ну? Ну, хорошо. У вас есть свидетели, которые могут подтвердить ваше алиби вчера с 5 до 9 вечера? Есть! Есть! И свидетели, и даже видео. Яна! Яночка! Янусь! Принеси, пожалуйста, флешку с камер наблюдения. А то тут товарищи из полиции моей персоной интересуются. Дочка ваша? Моя. А что? Да ничего, красивая. Спасибо, вся мать. Помогает мне тут во всем.
Я ведь после ранения не сразу в форму пришел. Только я за ту проклятую ночь свою отсидел. За все сполна заплатил. Счастьем и здоровьем. И всем. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Пап, ну? Ну чего ты делаешь, а? Ну тебе же нельзя тяжести поднимать, ну? Ты бы Славика позвал. Да какой Славик? Где твой Славик? Ну где? Слав! А вот, вот и Славик. Ну где тебя черти носят, а? Да где я только не был. Вот, Слав, за что мы тебе деньги платим, а? Почему отец должен сам тяжести таскать? Все, все, я только переоденусь и помогу. Быстро, я сказала. Не знаю, по-моему, он чист. У него алиби. Тань, тебе не в участковую, а в адвоката надо идти. Что касается меня, я в такие совпадения не верю. Татьяна Юрьевна, подождите, пожалуйста. Да. Вы ведь Копера знаете? Копера? Ну? Григорий Носков. У него автомастерская здесь неподалеку. Раньше занимался тем, что разбирал машины. Говорят, заставлял их исчезать, как по волшебству. Вот-вот. А отсюда и прозвище. Копперфильд. Сокращенно Копер. Ну и что? Ну, поговаривают, что у нас на районе завелась банда угонщиков. Трюкачами себя называют. Так вы думаете, это их рук дело? И за всем стоит Копер? Ну, не знаю. Скажите, а почему вы так легко сдаете вашего бывшего коллегу? Скажете тоже. Коллегу. Да Копер бандит. Все ему не имется. Его парни прошлой весной мне картинг чуть не спалили. Зачем ему это надо? Да старые счеты. Он все хотел, чтобы я на него работал. А я не в жизнь. А после зоны было предложение посотрудничать? Да у меня в прошлой-то жизни с ними ничего общего не было. Не то, что сейчас. Янка, работа. Все, что у меня есть. А больше меня ничего не интересует. Жизнь, она одна. Не стоит ее разменивать. Держи. Второй день для тебя вожу. Кое-что нарыл. Это копия старого дела. Какого дела? Об угонах? Нет, про похищение ребенка несколько лет назад. Подожди, а как я его не заметила? Я же все дела поднимала о пропавших детях. Очень странно. Ничего странного. Похищенный Ваня Плетнев, сын крупного чиновника. Ого. Подожди, подожди. Это что, того самого Плетнева? Да, и тот самый Плетнев сделал все, чтобы информация никуда не ушла. Угу. Похищение не состоялось, мальчика нашли, водителя арестовали. Посмотри, его показания довольно любопытные. Подожди, они что, накачивали детей наркотиками? Да, какой-то химией непонятной, самопал. В реестре такое соединение не зарегистрировано. Да, здесь даже есть экспертиза. Тань, ты бы поговорила с Красновым? У них все-таки связи, может, устроить тебе встречу с этим водителем. Я думаю, он до сих пор сидит. О! А вот и Краснов. Алло? Петрова? Я за нее. Ну и где тебя черти носят, а? По делу ездила. Ты что думаешь, свалила все на мальчишку, а сама, да? Нет. Петрова, у меня тут пол коридора народом забито. А... Так, немедленно возвращайся в участок. Вы понимаете, я... Я сказал немедленно, все! Да, хорошо, я буду. Пожалуйста, добрось меня до участка, а? Все с тобой ясно. Значит, Копером займемся мы с Азаровым. Володь, спасибо, что раскопал дело о Плетневском ребенке. Ну, ты же знаешь, насколько это для меня важно. Я знаю, поэтому и раскопал. Спасибо тебе. Мы разберемся в порядке живого. Хорошо? Сейчас, подождите секунду.
Так что берите ее и сажайте. Угу. Шутка ли? 4000 умыкнуло. Всю заначку. Всю заначку. Да. Что там здесь происходит? Да вот, Татьяна Юрьевна, заявление на жену накатал. Да. Обокрали. 4000. 4000 украли. И не отдают, зараза, как я только ее не пытался. Воронцов, вот скажи мне, пожалуйста, тебе не надоело на жену кляузничать, а? Ну, ничего я не кляузничаю. Говорю, как на духу. Принес деньги домой, положил под матрас. Подожди, какие ты положил деньги под матрас, если ты уже 2 года нигде не работаешь? А в этот раз заработал. Грузчиком в нашем магазине подвязался по случаю. По случаю? Подожди-ка, это не в том ли гастрономе ты грузчиком подвязался, где 12 бутылок дорогого коньяка пропало, а? Макс, у нас, по-моему, там и заявление даже есть. Да. Ну-ка. Так. Коньяк, 12 бутылок, иксо. Двое подрабатывали грузчиками 12.04. Макс. Макс, ты понимаешь, что мы сейчас с тобой раскрыли уголовное дело, а? Mm-hmm. Ну что, Игорь, колись, как вы с подельником коньяк умыкнули? Коньяк продали, а деньги пропили? Ничего мы не крали. Не докажете. Докажем. Еще как докажем. Значит так, сейчас гони за своим подельником, приедете ко мне и будете писать чистосердечное признание. Ты понял? В общем так, вот с этим мы расстаемся. И нечего на жену наговаривать. Не наговаривал я. Вот тебе крест. Петро, я под матрас полез, а заначки нет. А у нее платье новое. Воронцов, не совесть, а? У тебя жена святая. Она же ребенка-инвалида на себе тащит. Еще тебя, обормота, алкоголика. Ты меня услышал? Вперед за подельником. Ну, быстро обернешься, может быть, легко отделаешься. Да, да, конечно. А как вот насчет ее платья? Давай, Воронцов! Ой, да. Пьяница, ну какой наблюдательный, а? Даже платье заметил. Алкоголики они все такие. Кстати, Татьяна Юрьевна, тут анонимки от жильцов дома пришли. Говорят, что машины неправильно паркуют и собаки во дворе гадят. Давай сначала с живой очереди разберемся, ладно? А то они давно сидят. Как скажете. Добрый день. Здрасте. Начальник здесь? А кто его спрашивает? Сейчас. Георгий Михайлович, тут люди из Следственного комитета. Георгий Носков? Или вы предпочитаете Копер? Я предпочитаю Гия. Скажите, Гия, где вы были вчера вечером? Я был у красивой девушки, вам-то что? А вы знаете, мы ищем угонщика, который отправил в больницу 2 инспекторов ДПС. А я тут при чем? А может напомнить происхождение вашего прозвища? Гражданин Копперфильд. Ну, пару фокусов знаю. А что-то маловато для взятки. Это детские фокусы. Детский фокус.
А мы знаем, что вы заставляли исчезать целые машины. Да, Грешин. Но я сейчас солидный человек, у меня солидный бизнес, у меня солидные клиенты. А угоны мне ваши не интересны. И тем не менее, мы хотели бы пообщаться с вашей красивой девушкой и с работниками мастерской. Моя частная жизнь вас не касается. А с мужиками разговариваете? Да, еще хотели бы осмотреть ваше помещение, если не возражаете. А у тебя и ордер есть, да? Послушай ты, Коппер, или как тебя там? Хватит Ваньку валять. Постановление об обыске выпишем сейчас. Оперативно-следственная группа произведет осмотр помещений под протокол. Все. Ладно, шарьтесь, крысы. Мне не жалко. Славик? А? Ты вчера вечером мне должен был помогать с днем рождения, но так и не появился. Ну да. Что ну да? Где ты был? Какая разница? Ну проспал. Что, ты проспал смену? Сказки не рассказывай. Я твой начальник, и я обязан знать, почему ты вчера прогулял смену. Послушайте, я отработаю. Да это понятно, что отработаешь. Где ты был? Я же говорю, проспал. Слушайте, хотите, урезайте зарплату. Хотите, увольняйте, плевать. Но это мое дело, где я был. Славик, ты брал ТТ? Какой ТТ? Наградной ТТ. Из моего нижнего ящика моего стола. Он еще порохом пахнет. А значит, из него недавно стреляли. Поэтому я спрашиваю еще раз. Ты брал его? Я не брал ваш пистолет. Руки. Руки покажи. Зачем? Я сказал, руки покажи. Да что, вы что, с ума сошли? Папочка. Привет. Пойдем, у меня есть для тебя прекрасный сюрприз. Сейчас. Ну, пойдем скорее, пап. Смотри. Что это? А? Ну? Ты летишь на операцию в Тель-Авив. Я уже все оплатил, у тебя нет шансов отказаться. Янка. Ну, заняла денег у друзей. Папа! Янка. Ну, ты летишь? Ты сумасшедший. Пойдем. Если что-то пропадает, то где-то потом это обязательно должно всплыть. Макс, ну, пожалуйста, ну, давайте искать. Мне кажется, что мы на верном пути. Нам нужны случаи обнаружения угнанных иномарок. Интересно, коллеги, а кто-нибудь знает, который час? Я знаю 2:30. Ну, я, пожалуй, за кофе схожу. Давай. Студент, покрепче только сделай. Тань. Знаешь, мне, конечно, нравится с тобой работать по ночам, но хотелось бы знать, мы когда-нибудь будем с тобой общаться вне работы? По ночам? Тань, ну я правда не понимаю. Ну и что? Да, по ночам. Почему ты себе отказываешь в личной жизни? Володь, пожалуйста, не начинай. Почему я тебя не прошу? Начинай? Что касается личной жизни, по ночам я спать не успеваю. Слушай, ну давай я тебя с подругой познакомлю, а?
Нина замечательная девушка. Она актриса, веселая, у нее хороший характер. Хорошо, я подумаю над твоим предложением. Но только с одним условием. Если ты со мной куда-нибудь сходишь, в театр, в кино, выбирай. Хорошо, мы как раз сходим в театр, к ней на спектакль. Ладно? Так, а теперь за дело. Вот интересно, недавно была украдена немецкая машина из соседнего района, и через неделю ее нашли в этом автоломбарде. Да, значит, все-таки автоломбард. А что, вы не прикрыли, что ли? Нет, написано, что машины сдавались туда на комиссию. Машину якобы вернули владельцу, а продавец ни сном, ни духом про эту машину. Ну, возможно, у них там еще угнанные машины есть. Вот, дерзкое предложение. Растешь, студент. Завтра проверим. Проверим-то мы проверим, конечно, но если работали профессионалы, мы вряд ли найдем какие-нибудь зацепки. Придется обратиться к эксперту. Замерзла? Да, да. Филипп. Привет. Здорово. Привет. Привет. Ну, как ты? Я? Ну, как-то вот так. Ой. Очень болит. Да пустяки. Заживает, как на собаке. Скоро уже на работу выйду. Отлично. Ну, чего? Ну, пойдемте. Пойдем. Ага. Погнали. Добрый день. Здрасте. Добрый. Здравствуйте. Помочь с выбором? Да, но мы, наверное, сначала посмотрим, да? Да. Вы знаете, я хотел бы посмотреть вот этот черный внедорожник. Отличный выбор. Смотрите. Вам нравится? Нравится, ну смотри. За такую в салоне в два раза больше возьмут. Ну то, что она новая, и так понятно. Поднимите капот, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Ага. Она. И, возможно, еще вон та серая. Как ты это понял? Ну, потому что угнанные машины для меня – это как бельмо на глазу. Кто вам сказал, что эти машины угнанные? Молодой человек. Подержанный автомобиль. Он и выглядит как подержанный. Ну, где-то заменена деталь, где-то шины, где-то еще что. Это всегда видно. А это красотка. Она новая. И еще. Видите эти номера? Цифры видите? Вот, эта восьмерка раньше была нулем. А шестерка – восьмерка. То есть цифры 0, 6, 8 перебить легче всего. Знаете что? Не хотите? Не берите. Так, ну что, может быть, можем посмотреть документы на эту машину? Девушка, послушайте, я не знаю, о чем он говорит, но… А про немецкий спорткар, который у вас конфисковали неделю назад, тоже не понимаете? Да. А? Ну что, владелец автоломбарда сознался? Да, причем кроме того, что он скупал откровенно краденые машины, он еще заказывал у гонщиков определенные тачки, которые ему заказывали клиенты. Пару дней назад, например, один клиент захотел вот такую тачку. Сейчас трюкачи ее усиленно ищут. Что вы от меня-то хотите, Наумов? У вас есть свое начальство, ему и докладывайте. А при чем здесь Следственный комитет? Дело об угоне поручено вам и вашей участковой Татьяна Юрьевна. Предложила оригинальный план по поимке трюкачей. Ну да, да, конечно. Знаменитая петровская оригинальность. Да послушайте, что я предлагаю. Трюкачей надо ловить на живца. Нужно обязательно найти вот такую марку машины. Оставить для угонщиков, как наживку. Я думаю, что они купятся. Машина редкая, должна сработать. Да они как только узнают об аресте владельца ломбарда, сразу залягут на дно. Поэтому надо действовать быстро. Ты скажи, ты можешь сегодня поговорить с Багровым? Багров, это который за автогон сидел? Да он может сам в деле с этими трюкачами. Я могу за него поручиться. Он обещал помочь и хотел помочь. У него остались связи, знакомые из прошлой жизни. И вот такую машину Николай Иванович может найти только он. Петрова, ты меня под монастырь подведешь. Это точно. Итак, водители, кто мне скажет, что является самым главным для настоящего гонщика? Скорость! Безопасность. Прежде всего, безопасность. Вот поэтому мы все надеваем шлемы.
Да-да-да, именно все. Ой, 5 минут. Ага. Пойди, пойди, Костя, давай. Нет, скорость, конечно, для нас тоже очень важна, но терпение и реакция не менее важный фактор. Ну что, уяснили? Да! Ну тогда заводись. А может быть, чай или кофе? Ой, от чая я не откажусь, если можно. Угу. Это все старые фотографии. Да, вот тут такая маленькая. А это ваша мама? Да. Но ее больше нет с нами. Извините, я не знал. Умерла от аневризмы, пока папа был в тюрьме. А теперь о нем забочусь только я. Вы знаете, я уверена, что ваша мама очень вами гордилась. Извините, извините, Татьяна Юрьевна, я не мог прервать мероприятие. Да, а вы извините, что я здесь так расселась. Ничего, 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 вы в гостях. Коль, вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Угу. Могли бы вы для меня найти вот такую машину, а? Хм. Ну, это смотря зачем. У меня все готово. Это вам, поскольку вы отвечаете за операцию. Что это? Я установил блокировку в машине. То есть, как только она тронется, нажимаете вот на эту кнопочку, угу, машина глохнет. Ладно, все понятно. Связь по рации. Я за углом в оперативной машине. Угу. Я думаю, мы можем так неделю здесь просидеть. Да не. Эти ребята быстро работают. Как только увидят цель, так сразу и набрасываются. Да? Ну да. Теперь главный вопрос, когда они ее увидят. А вот, кажись, наш клиент. Только пусть машина отъедет, угу, на несколько метров. Только тогда нажимай. Хорошо. Вот сейчас, давайте. Медленно выходим из машины. Медленно выходим из машины. Чуть-чуть. Руки на капот. Давай, цепляй. Ай, больно. Ну, здравствуйте, молодой человек. Откуда ты его знаешь? Да, работает у Копера в мастерской. Значит так. Задержан с поличным, говорить будем, но не здесь. А то холодно. Пошли. Ай, ай, больно, больно. Ай,
Алло, вы что там творите-то, я не понял? Ну что, Копер, не дождался допроса, да? Раньше спалился. Что ты мне тут показываешь? Вчера мы задержали одного из ваших работников при попытке угона автомобиля. И что? Кстати, мы пробили несколько твоих ребят. Странное совпадение. Почти у всех судимости. Дальше что? А дальше то, что они тебя сдали с потрохами. Значит, автомастерская всего лишь прикрытие? Ну почему же прикрытие? Это доходный бизнес. Парни справляются, почему бы и нет. А по ночам вкалываете сверхурочно, да? Володь, чем с ним возимся? Три угона только по показаниям подельников. Пора паковать парня. Знаешь, сколько нераскрытого можно повесить на тебя. Ну, как говорится, двум смертям не бывать, семь бед, один ответ. Так что сидеть тебе не пересидеть, Копер. Да вы даже половины не знаете из того, что мы делали. И чего же? Да, мы угоняли, перебивали, продавали. Но знаете хоть, кто нам делал документы для этих машин? Кто нас крышует? Знаете должности, звания? Это целая система. И ты собираешься нам это сдать? Ну, смотря что вы мне предложите. Но для начала я не врежу тебе по морде. Для начала уже неплохо. А вообще, хотел бы заключить со следствием досудебное соглашение и пойти по этому делу как свидетель. Хорошо, Купер, мы подумаем над твоим предложением. Скажи, кто сидел за рулем вот этой машины? Не знаю, нам такую не заказывали, ведро какое-то. Мне бы такое ведро. Слушай, хватит лапшу вешать. Хочешь сделку? Но докажи, что собираешься сотрудничать с нами, а? Чья это работа? Сделано все достаточно чисто. Угонщик вырубил водитель электрошокером, взял ключи и смотался. Чисто? Это ж гоп-стоп, галимый. Мы так не работаем. У нас серьезная аппаратура, эксклюзивная. Мы работаем ночью, без свидетелей. Вся суть нашей работы сводится к тому, чтобы заставить машину исчезнуть, ты понимаешь? Потому что мы фокусники. Доказал? Думаешь, он врет? Сомневаюсь. Зачем ему это? Да потому что, кроме угона, ему еще грозит нападение. Гаишник, больница. Это очень серьезное дело. Трюкачи никогда не использовали оружие. Да откуда нам знать? Он может наболтать все, что угодно, а мы и скушали. Костя, хороший следователь должен уметь читать характер. Копер сколько лет в этом бизнесе? Ни разу не попался. О чем это говорит? О чем это говорит? Везучий сволочь. Нет, аккуратный. Удача помогает умным, а Копер как раз из таких. Холодная голова, железная логика и точный расчет. Она права. И потом для него очень важен элемент шоу. Как он сказал, вся фишка в том, чтобы заставить авто исчезнуть. Угу. Исчезнуть? Исчезнуть. Так и сказал? Да, так и сказал. Ох, как я устала. Я так устала. В следующий раз надо сюда будет еще прийти. Да, надо. Надо быть. На день рождения следующий сюда прийти. Так здорово. А знаете что, я было. Даже выдрифтовала. Я выжлем еще раз. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна. Здрасте. Вы не поверите. Я снова рад вас видеть. Взаимно. А как там наш Копер? Вы знаете, не очень. Именно поэтому я пришла вас поблагодарить, потому что, ну, без вас мы бы точно его не поймали. Ну что вы, всегда рад помочь.
Надо же как-то отдавать долги за свое мутное прошлое. Не важно себя чувствовать, ваши снимки. А, нет-нет. Здоров, как бык. Проходил плановое обследование. Понятно. Пап! Пап, мне там помощь нужна. Седьмая машина сломалась, я не знаю, что с ней делать. Ну, а Славик? Не, ну откуда я знаю, где твой Славик, а? Ох уж этот мне Славик. Извините, я скоро вернусь. Конечно. Скоро. Ну? Ты мне скажи вообще, зачем мы его здесь держим? Вот. Наверное, в таком разрешении не очень понятно. Ну, с большой долей погрешности. Но похоже, что восходящий отдел аорты увеличен. Раза в два больше нормы. Это очень опасно. Аневризма аорты? Угу. Естественно. Серьезнейшая патология, особенно при отрицательной динамике. Сколько ему лет? 50. Ну, в общем, я бы на его месте срочно стал копить деньги на операцию, а иначе... Понятно. Очень дорогая операция. И сложная. Лучше за границей. Германия, Израиль. Я поняла. Спасибо большое. До свидания. Да не за что. Ну, сам посуди, зачем Багрову на картинге электрошокер, а? Для самообороны? Да откуда я знаю? И что ты вообще его защищаешь? По мне так все логично. Ему понадобились деньги на операцию, взять их неоткуда. Ну, вот и решил по старой памяти. А алиби? Ну, ты же видел эту запись. Ну, а вдруг он работал не один? Может, был сообщник? Только у нас улик против него никаких. И вряд ли нам позволят даже сделать обыск на картинге. Володь, ну придумай что-нибудь, а? А что я придумаю? Разве что нам с тобой ночью с фонариком на свой страх и риск ползать по офису? Слушай, а это идея. Таня, я пошутил. Но если другого выхода нет, а? Ты со мной? А как же театр? А, да, у нас же еще и театр. Ну, давай так, сначала театр, потом обыск. Да, Ильинична, я просто не успела. Что? Да, я буду через 10 минут. Кошмар. Все, давай до вечера. Что случилось? Да там, на районе у меня. Это я понял, конкретно. Конкретно труп на районе. Гаптик. Гаптик мой маленький. Ой, Таня, Танечка, ну я же говорила, найди того, кто стреляет. А теперь вот моего Гаптика убили. Марфа Васильевна, ну простите меня. Обещаю, из-под земли его достану. А только Гаптик уже не вернуть. Ну ты что, Марфа, ради бога? Нет. Танечка же ведь не виновата, чтобы такие гады на свет родятся. Она одна на весь район, поди разберись. Бедный мой мальчик. Танечка, ну что же это творится? Это что же это за нелюди-то? Так, где это случилось? Или вы его перенесли, а?
Тут прям упал бедолага. Я его сразу платочком. А стреляли откуда-то сверху. Из окна, что ли? Поди разберись. Я разберусь, слышите? Я разберусь, и мы накажем его. Я прямо сейчас пойду по квартире. Да-да. Николай Иванович, можно? Угу. Заходи, заходи. Приятного. Спасибо. А вам же сладкое нельзя. Петрова, ты зачем пришла? Мой рацион обсуждать, да? Нет. Ешь, пей, только быстро. Пока я не передумал. Спасибо. Я буду утилизировать ваши яды. Слушай, я знаешь, что думаю? А не отправят ли тебя в отпуск, а? Сейчас? Да, мне сейчас прям самое время ехать в отпуск. Ну а чего? Пока стажер у нас, он тебя подменит. А ты съезди, отдохни куда-нибудь. Вместе с Андреем. Заодно помиритесь. Ты как моя мама прям говорите. Хорошо, не хочешь с Андреем? С Наумом поезжай. Николай Иванович, чего вы моей личной жизнью занимаетесь? У вас есть дочка, и у нее тоже есть личная жизнь. Ой, не говори. Я уже запутался в этих Анькиных ухажерах. Голова идет кругом. Теперь у нее этот стажер Давыдов. Ой, они все-таки встречаются, да? Ну что встречаются? Как же встречаются? Нам одного мента в семье хватит уже. На вас прям не угодишь. Так, Петрова, поела, попила, все, до свидания, прием закончен. Тащи заявление об отпуске, я подпишу. Ну подождите, я, во-первых, я не доела, Николай Иванович, а во-вторых, я вообще пришла по другому поводу. Мне тут дали наводку на одно дело. Помните, 5 лет назад было похищение 5-летнего мальчика, сына этого, Плетнева из Минобороны. Ну, его накачали наркотиками, потом ему стало в машине плохо, водитель высадил. Ну да, да, водитель на следующий день приняли, дали ему 10 лет, заказчик он не выдал. Кстати, зря сделал. И что? Мне очень нужно с ним встретиться. Можете мне с ним устроить встречу, пожалуйста? Таня, опять за старое. Ты думаешь, что он тебе что-то расскажет, что не рассказал следствию? Ну, с чего? Слушай, я уже думал, настоящий труп. Человеческий. Ну, еще чуть-чуть, и был бы человеческий. Марфа Васильевна, между прочим, женщина пожилая, и сердце у нее слабое. Да, да, бедная старушка. Слушай, Таня, я вообще-то в театре не очень разбираюсь. Я забыл, когда на спектакле последний раз был. Ничего, будет зато потом о чем поговорить. По поводу Багрова. О, про Багрова я всегда готов говорить. Ты знаешь, мне кажется, что я знаю, кто же сообщник. Ну, это Славик, который работает у него на картинге. Почему он? Не знаю, Багров как-то странно с ним общается. Потом он такой нервный, дерганный. Ну, не вопрос, давай с ним поговорим аккуратненько, без фанатизма. Хорошо. Может, в ангаре еще что-нибудь найдем сегодня, да? Тань, ты что, всерьез хочешь туда залезть? Конечно. У меня инвентарь с собой. Таня, пошли. Ну, прости. Я люблю. Ниночка, ты сегодня была просто бесподобна. Вот это женщина. Огонь, ребята, огонь. А мне же надо было какую-то эмоцию пароли давать, а? Холодность, сдержанность. Получилось, да? Не просто было. Ну, давайте за нас, ребята, давайте. Спасибо. Ура! 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 Она, милости просим. Здравствуйте, спасибо большое за спектакль. Пожалуйста. Хорошо, что вы пришли, Танюша. Я так рада. О, друзья, смотрите, что происходит у нас. Поцелуй Татьяны и Татьяны. Я Нина. Очень приятно. Вы очень хорошо играли. Убедительно. Правда? Это Володя. Он тоже иногда бывает очень-очень убедительным. Ну, представь уже нас, своей восхитительной подруге Татьяне. О, Татьяна. Это Онегин. Онегин. Онегин, это Татьяна. Шампанского?
ты что тут? Что домой не идешь? Фильтр надо поменять. Ты его уже 2 часа меняешь. Давай, пошли уже. Ну, я не закончил еще. Завтра. Завтра закончишь. А на сегодня все. Контора закрывается. Давай на выход. Ладно, сам чини. Очень здорово на самом деле, что вы пришли. Он пчел, тебя не слышу. Выиграть уже, да. Ваше здоровье. Спасибо большое. Нет, мы в 4-м классе с ней дрались из-за мальчика. Ну, сидите свободно. Ну, зритель же видит лицо. Ниночка, Нинуль, да. Прости, пожалуйста, я хотела Володе... Сейчас, секундочку, я это расскажу сейчас, давайте, одну секундочку. Давайте. В это время мне режиссер сказал, давайте. Я говорю, ну разве я могу сыграть 17-летнюю девушку, понимаете? Да, ну как? Сыграли же. Давай, дружище. Да. Что? Получилось. Выпьем с тобой. Раз, два, Вы как обычный зритель, поверили. Согласен. Я да. Как же тут не очень хорошо. Спасибо. Нет, это нереально. Минуточку внимания. Я уже говорил, но повторюсь, что тот договор и тот контракт, который мы сегодня заключили, это заслуга каждого из вас. Каждого. Спасибо вам еще раз большое за это. Прошу меня простить, мне надо выйти. Алло. Привет, это я. Ты можешь говорить? Да, Танюш, конечно, могу. Что случилось? Нет, ничего не случилось. А что? Я не могу тебе просто так позвонить? Да нет, почему? Можно. Я рад, я счастлив, что ты мне позвонил. Нет, нет, ты не подумай ничего такого. Просто... Просто мне нужно было тебе позвонить. Господи, мне кроме тебя и позвонить-то некому. Слушай, я, в общем-то, могу приехать, и я хочу приехать, но я сейчас в данный момент на работе. Да, я тоже на работе. Ну ладно, Андрюш, ты извини меня. Извини, не бери в голову, ладно? Все в порядке, правда. Целую, спокойной ночи. Тань, да подожди, да. Алло. Держи. Ну, можно без этой фигни? Так башка тяжело. Поехали. Так, ну, парни, давайте по правилам. Вообще-то мы и так без правил. Мы здесь вообще не должны находиться. Ну, какая разница? Мне нафиг не надо, чтобы вы себе здесь бошки проломили. Надевайте. Меня сфотографируй, меня тоже. Я сфоткалась. Поехали, гости. Ну, я думаю, мне лучше не спрашивать, как попали к тебе эти снимки. Мудрое решение. Но добыты они незаконно, так? Наумов сказал, что нам все равно не дадут ордер на обыск. А, так вы вместе с Наумовым это провернули? Нет, я сама одна, он был занят. Таня, ты же понимаешь, что мы не сможем это использовать как улики? Они добыты незаконно. Да, понимаю. Но мы абсолютно законно можем позвонить и в клинику, и в авиакомпанию. Нам там все подтвердят.
Ну, послушайте, Николай Иванович, надо что-то делать. Но вы понимаете, он завтра улетает. Ну, ладно, я передам эти снимки в Следственный комитет. Слушай, а что с этим? Все так плохо, да? Ну, да, если коротко, может умереть в любой момент. Жалко мужика. Вряд ли ему светит условно. Он уже раз сидел за углом. Ну, вину Багрова еще нужно доказать. Может быть, он и поедет в Тель-Авив честным человеком, кто знает. Ну, а по поводу похитителя сына Плетнева никакой информации? Ну, завтра, завтра жду звоночка от людей. Понятно. Вы тогда держите меня в курсе. И по поводу Багрова тоже. Так? Хорошо. Да ладно. А я никогда в пинбол не играл. Да ладно, ты чего? Ну, можем сходить. Это очень интересно. И меткость тренирует, и вообще все. Что у нас тут происходит? Ну, стажер Давыдов, я вас прошу. Ничего. Вас ждем, Николай Иванович. Привет, папа. Что ты к нам зачастила, Анечка? Ну, нормальная такая реакция. Ты что, не рад, что я к тебе в гости зашла? В гости? А что ты тогда в коридоре ошиваешься? А? Ну, мне сказали, что у тебя важный разговор, и я ждала, пока ты освободишься, а Макс как раз... Не Макс, а стажер Давыдов. Ты что здесь топчешься? Почему ты Петрову не помогаешь? Она вчера полдома обошла, пока этого стрелка искала. Сегодня с утра жильцов уже опрашивала. Какого стрелка, Николай Иванович? А ты что, не в курсе? Нет. А ты обязан быть в курсе. Но... Так, к Петровой на помощь. Бегом! Ну, пап. Что, папа? Бегом, я сказал. Есть. Это ведь надо додуматься, в живую собачку выстрелить. Никаких принципов у человека нет. Правильно я говорю, Владимир? Да, полностью согласен. Наша Танечка. Ну что, нашли кого-нибудь? Не волнуйся ты так, там нет никого. Значит, там мой коллега еще будет опрашивать других жильцов. Ну, может, кого-то найдет, которых я не успела обойти. Не волнуйся. Угу. О, привет, Наумов. Таня, а почему ты трубку не берешь? Там моих пропущенных штук 50. Да? Да не преувеличивай, не 50, а 28. Ты так шутишь или издеваешься? Ну, я, наверное, домой пойду, а вы тут побеседуйте, посекретничайте. Какие секреты, Ильинична? Счастливо. Таня, я прошу тебя, я больше так не делай никогда. Я не знал, что подумать. Из театра приехал в ангар. Все обошел вокруг. Твоей машины нет. Все закрыто. Послушай, ну, наверное, ты поздно приехал. Я уже уехала. Нина попросил проводить ее. Потом я ехал через весь город. Ну да, я забыла совсем. Нина, ну, конечно. Ну, ты знаешь, все нормально, я справилась. Все хорошо. Таня, а что происходит, а? Почему ты вчера сбежала? Не подходишь к телефону? Я что, тебя чем-то обидел? Нет, я не сбежала. Я просто уехала, чтобы вам не мешать. Нам с Ниной? Да, вам с Ниной. Знаешь, она мне, кстати, звонила. Она в полном восторге, сказала, что ты молодец, пригласила ее в ресторан, как он называется, ну, куда ты меня все время звал. Ну, ты же, как всегда, отказалась. Да. Таня, я прошу тебя, ну, пойдем поговорим, ну, выпьем по чашечке кофе. Знаешь, я так устала. Пойду домой, ладно? Недели на две, может, больше. А там уж как операция пройдет. Понятно. А пока меня не будет в Москве, всем командовать будет Янка. Она завтра с дачи приедет. Нормально веди себя. И, пожалуйста, не опаздывай на работу. Да не вопрос. Я Яне во всем помогу. А эти зачем здесь? Не знаю. Ты что задергался? Натворил что-то? Добрый вечер. Здравствуйте. Гражданин Багров, гражданин Лошенко. Вы задержаны по подозрению в угоне автомобиля и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Статья 317 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот ордер. А теперь пройдемте, пожалуйста, со мной в машину. А мои коллеги произведут обыск. Понятый, проходите, пожалуйста. Пройдемте. Thank you.
подпираться. При обыске мы нашли шокер, на котором обнаружили ваши отпечатки пальцев. Неудивительно. Это же мой шокер. А еще мы обнаружили на нем потожировые выделения жертвы. То есть хозяин автомобиля, который, судя по всему, вы угнали. Ну или ваш сообщник. Видимо, вы были в перчатках. Ну что ж, это очень предусмотрительно. Только непонятно, почему вы не избавились от шокера? Или, по крайней мере, не попытались убрать все следы с него? А вот это уже совсем не предусмотрительно. А вот этот пистолет мы нашли в ящике вашего стола, на котором, опять же, обнаружили, как я думаю, вы догадываетесь, ваши отпечатки. Пистолет? Могли выкрасть. Ну, или хозяин мог его у кого-то одолжить. Что-то мы не нашли на замке следов взлома. У кого, кроме вас, есть еще ключ? Пистолет точно его. Он сам говорил, что он его в офисе прячет. Он очень странный стал. Подходит, спрашивает: ты пистолет брал? Ты где вчера был? Руки у меня нюхал. А билеты? Откуда у вас деньги на билеты, операцию? Вы можете объяснить? Смотри. Что это? Ты летишь на операцию в Тель-Авив. Николай, вы меня слышите? Откуда вы взяли такую крупную сумму денег? Да. Простите, это я. Я угнал эту машину. Слав! Слав! Что случилось, а? Где ты, папа? Ты что, не в курсе, что ли? Вчера вечером менты опять приходили. В офис обыскали. Нас с Николаем Александровичем арестовали. Меня отпустили, он там остался. Говорят, сознался во всем. В чем сознался? Ты почему мне не позвонил, а? Я думал, они тебе сами позвонили. За что его арестовали, а? Тачку какую-то угнал. Я толком сам не понял. Яна, я здесь больше работать не буду, а то у вас что ни день всякая фигня творится. Я пришел вещи собрать. Слушай, да вали ты на все четыре стороны, кому ты там сдался, а? Тань, чё ты в позу-то встала? Что-то тут не так. Ну нет уж, давай конкретнее тогда. В самом деле, ты сама его вычислила, стала первой под него копать. Или ты думаешь, у него сообщник, и он его прикрывает? Нет, так я не думаю. Думаю, что Багров работал один, никого не вмешивал. Послушай, есть сообщник, нет сообщника. Ну какая разница? У нас есть пистолет с отпечатками, есть электрошокер, есть чистосердечное признание. Тебе этого мало? А видео? Видео что, поддельное? Нет, Багров в день угона был в ангаре. Это точно. Послушай, Надя, это опять 25. Ну, возьми это видео и прямо сейчас выброси его в помойку, если оно так тебя смущает. И забудь! Тань, дело закрыто, это всем очевидно. Почему-то кроме тебя. Ладно, пойду подышу. Воздух немножко как-то душно у вас здесь. Ты бы окошко открыл? Таня, он прав. С Багровым все ясно.
Я хочу с ним поговорить. Наедине. Приведи его, пожалуйста. Хорошо, не вопрос. Но ты зря теряешь время. Ничего не хотите мне сказать? Да я же вам уже 10 раз рассказывал, показывал. Хотите, нарисую, как все было. А зачем вы так нервничаете? Я просто уточнила. Нет, нет. Вы на меня давите. Вы на меня давите. И вообще у меня такое ощущение, как будто вы признание вытягиваете из меня. Хотя я вам добровольно уже обо всем рассказал. Или вы думаете, что я еще в чем-то виноват? Моя вина, моя вина. Понесу. Наказывайте, сажайте, судите, но чужую вину я на себя не буду брать. И не теряйте время. Тань, ты еще не закончила? Там дочка Багрова хочет его видеть. Пусть прямо сейчас заходит. Приведи ее, пожалуйста. Мне с ней поговорить надо наедине. Да, конечно. Я задам ей несколько вопросов, а потом оставлю вас. Да, да. Хорошо. Пап, пап, все. Пап, ты что наделала? Все, пап. Милая, все нормально, все хорошо. Почему он такой бледный, а? Как твое все сердце, хорошо. Пап? Сердце нормально, все нормально. Иди. Яночка, иди домой. Вы понимаете, пожалуйста, что вы иди должны домой. Его отпустить? У него сейчас приступ будет. Вы понимаете, что вы делаете? Пап, ты что наделала? Я не могу его отпустить, потому что он главный обвиняемый по делу. Татьяна Юрьевна, это я угнала эту машину. Дайте мне, пожалуйста, бумагу, ручку, и я напишу признание. Да прекрати! Да скажите же ей, Татьяна Юрьевна! Пап, помолчи, пожалуйста, я прошу тебя. Возьмите. Да не слушайте, ну что вы ее слушаете? Ну, это она меня просто спасает, а меня не надо спасать. Меня не надо спасать, виновен, понесу. И никакую машину она не угоняла. Ее в тот день в городе не было. Я вас очень прошу, уведите его, пожалуйста, и дайте мне бумагу, я напишу заявление. Да у вас даже отпечатки пальцев мои. Пап, ты не будешь за меня сидеть, это понятно или нет? Милая моя родная, пожалуйста. Ну, послушай меня, прошу тебя, не надо этого делать, не надо, не надо! Все уже кончилось, все будет хорошо, девочка моя! Ну, пап, я прошу тебя, пожалуйста, я люблю тебя, понимаешь? Люблю, ну, уйди, я очень уходи. Тебя прошу. Ну, уведите его, пожалуйста. Уходи домой. Татьяна Юрьевна, ну, это же невозможно, у него сейчас будет сердечный приступ. Уходи домой. Пап, я умоляю тебя, успокойся. Пожалуйста, уходи домой. Папа. О, ты что, домой не идешь? Да мы тут с Ниной договорились. А, да. Вы же сегодня в ресторан идете. Пошли с нами. Нет, спасибо, Володь. У меня еще куча дел. Ладно, мне не привет. Ребята! Привет. 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 Ну, как сегодня? Все преступления раскрыли? Да, раскрыли одно. Ну? Поймали опасного преступника? Очень опасного. Закрыли девчонку, которая гнала машину, чтобы достать деньги на операцию собственному папе. Ого. Ничего себе. Вот тебе и ого. Это у вас там в театре, наверное, герои, злодеи, да? А у нас тут жизнь и все вперемешку. Ну ладно, что ты, Танюш? Устала сегодня, да? Да, есть немного. Ну что? Хорошо отдохнуть вам. Пока. Пока. О, Татьяна Юрьевна, я весь дом обошел, всех опросил, все сейфы проверил, никаких зацепок нет. Новых выстрелов тоже не было. Давай завтра тогда решим, что делать. Хорошо, да. Так, стажер Давыдов, что стоим, кого ждем? Что за кибана? На свидание собрался? Николай Иванович, у меня дежурство окончено. Как закончилось? Как закончилось? Ты сегодня дежурный. Как дежурство, Николай Иванович, у меня... Так, стажер Давыдов, приказ не обсуждать. Хотел работать? Работай. На дежурство. Ну, Николай Иванович, ну... Я кому сказал? Есть. Николай Иванович, ну зачем вот так с ним? Для профилактики, ничего. Ты чего? Все с работы, ты на работу. Я же на минутку. А, похвастаться пришло? При Багровых? Думаешь, начальство не в курсе?
Петрова начальство всегда в курсе. И вообще по другому поводу. Я по поводу заключенного, водителя того, помните? Ну, который участвовал в похищении сына Плетнева. Ну, вы просто говорили, что вам сегодня должны звонить. Нет никакого заключенного. Что, отпустили по амнистии? Когда? Убили его. Прямо в камере год назад. Ну, ты не расстраивайся. Я думаю, это ложный след. И никакого отношения к тому, о чем ты думаешь, он не имеет. Как ложный след? Сразу несколько детей похитили той весной. 4 похищения за неделю, включая Надю. Ну, мы же не уверены, что Надю похитили. Да? А что с ней произошло? Может, вообще не было никакой Нади? Тань! Петрова! Ульян, ты... Таня, Ну, ну что ты так смотришь? Не рад, что ли? Да ну что ты глупости-то говоришь? Я всегда тебе рад. Просто... Ты знаешь, я подумала, может быть... Ну, может быть, ты действительно прав. Эй, прости, но насчет чего? Ну, может быть, нам стоит попробовать, ну, начать все сначала. Тань, ну, видишь ли, я это... А, ой, прости, тебя из души выдернул, да? Андрюш, а есть обычный гель для души? Или у тебя только мужской? Ах, вот оно что. Нет, ты, Андрюша, Тань, ты... ну ты где? Андрюш, ну ты где? Тебя зовут. Иди, иди. Тань, ну подожди, Тань, ну подожди. Дозвониться до клиники, чтобы операцию отменили. Что это? Заявление хозяина машины. Не понимаю. Я уговорила хозяина машины забрать заявление. А инспектор Никитенко пообещал подтвердить в суде, что к Яне никаких претензий не имеет. Это должно смягчить приговор. Татьяна Юрьевна, вы... Я же не смогу вас отблагодарить. Меня не нужно благодарить. Слышите, не нужно. Вам нужно как можно быстрее продать картинг и вернуть деньги за угнанную машину. Это первое. А второе, обязательно нужно ехать в Израиль, слышите? И делать эту операцию. Да, хотя бы ради Яны.
Да когда Янка мне принесла эти билеты и направление в клинику, она мне сказала, что ей деньги друзья дали в долг. Почему я сразу не понял? Не знаю, наверное, просто привыкли верить в хорошее, да? Я не хотел продавать картинг. Я хотел Янке все оставить. Ну вот, а теперь продаете. Да у меня уже и клиент есть. Он нас уже полгода как окучивает. Я как оттянулся, ну, простите, ну, освободился. Я ему сразу позвонил. Ну, завтра уже и документ оформляемся. Мне же понадобится много денег, чтобы нанять хорошего адвоката. Знаете что, я все-таки завтра вам позвоню. Хорошо? Хорошо. А вы помните, пожалуйста, что деньги нужно вернуть в течение 5 дней. Это условие хозяина. Конечно, конечно. Ну что, до свидания. Берегите себя. Спасибо вам, Татьяна Юрьевна. Счастливо. Спасибо.